утро, если вы смотрите это в записи. Сегодня у нас последний день первой лиги по PUBG от goodgame.ru. С вами Михаил, он же Майкер. Первую карту я проведу один. На вторую должна присоединиться Пантяша, как это было вчера. И я надеюсь, что вдвоем будет веселее комментить. Предыстория какая? Заканчивается месяц, на протяжении которого проходила, собственно, лига. Она делилась, условно говоря, на три части. Первая — это открытый отборочный, куда могли попасть любые желающие. Формируешь команду, 4 человека, игра PUBG от третьего лица и вперед. Во второй проходит половина из тех, кто... Ну, лучшая половина. Не большая, но лучшая половина из участников. И в третий этап переходит только 3 команды из 20, там, в каждой из квалификаций. То есть конкуренция очень серьезная. И потом оставшиеся вот отобранные 9 команд присоединяются к 12 специально приглашенным профессиональным, полупрофессиональным коллективам, уже таким сыгранным, известным. Они играют 10 карт, 5 Рангель, 5 Мирамар. И в результате 3 лучших команды получают денежку. Сейчас призовой фонд составляет порядка 108 тысяч рублей. Накидали в том числе и зрители благодарные. А мы на это все дело смотрим. К сожалению, я, короче, убрал чатик с экрана, потому что задержка 6 минут. Для того, чтобы не было никаких прецедентов по поводу стримопальства. Потому что занятая позиция, информация о том, кто где находится на карте, это очень важно. И она не всегда меняется настолько часто, чтобы... Ну, в общем, вы понимаете. Я сегодня попробовал снизить, короче, и битрейт поставить поменьше, и разрешение поставить поменьше. Но все равно игра такая оптимизированная, что на старте мне выдает 15-16 FPS. Повторюсь, это... Прот шестиядерный, 980-я карта, оперативки валом, ресурсы не загружены, но все равно FPS проседает. Ладно, полетели, друзья, полетели. Сегодня, повторюсь, будет 5 одинаковых карт. Собственно, вот играем на пустынной, на второй нашей карте. Вижу, что Сокол с командой летит в сторону Кампа Милитар. Правда, не могу на них переключиться пока что, но бывает. Так, надо еще X, трассы включить и H, чтобы отображалось оружие. Достаточно большое количество команд падает в Альзахар, но, скорее всего, половина из них просто отсюда свалит. Они приземляются просто потому, что здесь несколько мест, где может появиться машина. Хотя вот я вижу, что, по крайней мере, 2 команды остаются в городе. 3-я, 4-я взяли машинки и свалили. Просто свалили оттуда. Ой, хорошо. О, успел кто-то уже подлутать оружие и провожает. Кстати, вчера довольно случайный такой был фраг, тоже на самом старте игры, когда в голову прилетело вот такому вот водиле, который вроде как проезжал на хорошей скорости, на хорошем расстоянии, метров 150-200, и просто словил пульку в голову, и все. Буквально минута прошла после начала игры, и он закончил свое выступление. Так, надо посмотреть по... Вот в Лос-Леонесе 3 команды. Здесь может быть какое-то пересечение. Рано еще, говорят, F5, F5. Еще я вижу, 2 минуты должны пройти, чтобы пока у вас появится картинка. Круг появился, как вы видите, достаточно, опять же, необычный. Довольно сильно ушел на юг. Как раз в район Лос-Леонеса. Тем командам, которые заняли изначально город, потому что круг-то появляется после того, как вы выпрыгиваете... Уже, ну, им, конечно, в плюс, потому что... Одну секунду. Ума сойти, вот как не вовремя, и некому было... Все, вернулся. Короче, я сейчас посмотрел просто, как лутает лид-плеер, неважно, это команда, кстати, М19. Я когда-то был в команде М19, но той самой, которая была на Московском проспекте, дом 19, играл хорошую игру. Не то, что PUBG. Замечательную игру.
Вот, но не так давно, ну как не так давно, где-то года 2-3 назад. Опа, там, слушайте, а тут на Хазенде у нас замесы. Тут Тесторм и... А, тут Ахилл с командой на Хазенде. А кто живой? Двое нокнутых. Акира живой. И Кука Казах. Против. Три человека. Стреляют по подходящему оранжу. Очень плохо стреляют. Все, вроде разломали, да. Разломали ахилловскую команду просто. Я не заметил, каким образом... Вообще, довольно странно штурмовать Хазенду. Ну, то есть, если вы проявляете какую-то бдительность, и у вас тут сквад в Хазенде, то к ней подобраться так просто сложновато, потому что, ну, обзор очень хороший. То есть, заметить хотя бы одного из четырех бегущих людей не так сложно. Но... Поэтому это и редкое событие. Никому в... О, Смуэль кому-то... Подождите, это тоже герой. Герой прошлого, вчерашней катки. Человек, который выживал в самых сумасшедших условиях. Бедолага. Есть даже клипчики вчера понарезали. Там просто... Он двигается в круг, перед ним команда, одна, вторая. Он переживает обе из них, не имея при этом нормального эквипа, ничего. То есть у него вся команда уже все давно полегла. А он там до топ-4, кажется, дожил в результате. Несмотря на то, что ему надо было преодолевать довольно серьезные расстояния. Ой, хорошо. Кстати, вот Морф... Нет-нет, да попал пару пулек по... По-по. Так, на элит-плеера. Ну, первые контакты, скорее всего, будут как раз в районе церкви, перекрестки этих домов, потому что людям, которые с севера будут приезжать, они, скорее всего, будут так или иначе проезжать где-то вот в этом районе. Кто-то по дороге, кто-то вот по этому полю через горы там сзади, но тут местность, в принципе, открытая такая. И вот именно здесь будет, ну, люди будут с севера сдвигаться как раз в центральную и южную часть круга. Команд, как вы видите, достаточно много. Вот, Мэш, кстати, здесь лутает. В домиках тоже таких не очень конкурентных. Это, кстати, очень часто команды, особенно когда там 20 команд на карту, крупных таких городов и мест не хватает. То есть в любом случае нужно либо вот так вот присоседиться к кому-то. Ну, например, в Лос-Леонес умудряются 4 команды разместиться, кое-как там подлутывать, но это риск. Либо... Ну, ты разделяешься как-то и выбираешь места, пытаешься... Вот. Пытаешься. Так. Сложнее всего, конечно, будет Пуху с командой, потому что они выбрали точку, с одной стороны, достаточно неконкурентную и жирную в плане лута. Это Campo Militar. Но им километров 5 нужно ехать. Причем это напрямую километров 5. Ладно, 4 напрямую. Не посчитал количество квадратов. Там местность не очень хорошая. Ну, то есть ты должен скорее по дорогам ехать. Они, если их там вытянуть, уже будет длиннее, чем напрямую. Тут дрот залутали, вижу пока только Т... А, АВМ. АВМ у второго. Просто у одного Т3, у другого АВМ. Они поделили так, видимо, дроп. Из импала перестрелки идут, и ПДЖ, кажется, да, там стреляют. У них еще цвета одинаковые. То есть каждая команда заняла свой слот, и, соответственно, у них цвета такие же, как и вчера. И это, конечно, удобно. Коляна, любимца Понти, который прекрасно с командой отыграл на... последних там третьем финале квалификации. Они там настреляли больше полусотни людей за 6 карт. Это очень высокий средний показатель. Самое главное, что они обогнали ну, большую часть то есть у них где-то было плюс 20, что ли, фрагов относительно второго места. Очень активно играли. Очень активно. Так, ну тут стреляют по проезжающим. Может быть, конечно, попадание, может, высадки, но скорость приличная, дистанция тоже до цели очень большая. Изредка прилетает просто в машину. То есть шанс высадить практически нет никаких. Так, ну и самое жаркое будет как раз вот на этих дорогах, вот в этой части круга. Тут по Тизерину стреляют, пару раз, кстати, попали. Может быть, не пару, может, один, смотри куда. И у него бензин закончился. Класс. Дошифтился. Ой, ой-ой-ой-ой-ой.
Опасно, ну перебинтоваться бы, лечь надо только здесь, потому что достаточно низкие камешки получаются. Не жалеет аптечку, не хочет бинтоваться. Время критично, еще закидывается энергетиком. Пытаются люди разъехаться. Вот, на мой взгляд, грамотно Алая и дрейн-транспортер решают не ехать по основной дороге, а сразу проехать в... Блин, как же Тизерина месит. Он мантит, он пытается. Кажется, его идут уже выручать. Но его очень быстро добивают. Ё-моё. А изначально, скорее всего, он перешифтил просто и не уследил за тем, что бензин заканчивается. То есть, в принципе... Так, и тут еще... Сеня очень хорошо по транспортеру пострелял. Это команда 4Z. Сеня, Мэш, Фолтлесли и Гришка Пауэр. Гришка Пауэр, кажется, у них самый такой по фрагам. Ну, если смотреть последний. Ой, Гришка Пауэр битый какой! Блин. Пулька, пулька. Любая пулька, не надо. Пытается уехать. Скорость хорошая. Надо пересесть просто. Да, вот я только хотел сказать. Чего ж ты не пересядешь? Хоть немножко можно подлечиться, хоть немножко. Ну и плюс не будет такой темы, что шофера выследили, надо срочно... Куда? Там еще впереди люди! Жесть какая! Пролетели, постреляли еще! Перевязывается, просто война! Так, высадился, наверное, так безопасней. Перегоняет в компаунд. Машины, видимо, сейчас будут мстить товарищ. Там он один просто. Садится в тачку, пытается уехать. Гришка проверяет, вдруг, а здесь еще там друзья. Очень странное место, да, для человека. Но это... ну, он здесь один был. В общем, грамотно, с одной стороны, не выбрали место. То есть здесь можно объехать большую часть проблемных мест и сразу оказаться там через юг. Ближе к центру. Но команды грамотные, конечно. Ой, Аля. Аля, ГГ. Что случилось? Что, мотоцикл опять? Да, он мотик. Ой, нет, не мотик, это баги. А как так получилось? Или это баги спауна, мотик в другом месте? Ну, я это место не знаю. Вообще странное место для спауна. Очень странное. Так, Иракес нокает Бзика. Бзик это из команды Пуха. Значит, Лексус пытался подъехать, спасти. Но, видимо, надо... А, Пух дисконнектнулся. Судя по всему, во-первых, Бзика убили. Окончательно и бесповоротно. И сейчас задача... А где Пух-то? Давайте посмотрим. Он в машине в чьей-то или как? Я просто его на карте не вижу. При диске вроде человек не исчезает. Давайте попробуем через page up, page down переключиться. Вот он. Да ладно, и к нему подходит другой. Что? А? Нет! 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 Господи, какая халява! Какая халява! Представляете, у вас вылетает игра, вы за рулем, но находится человек, который догоняет медленно катящееся транспортное средство. Ё-моё. Он даже не видел, что за рулем кто-то был сначала. Он понял только после того, как не смог сесть сам за руль. Думал, брошенная машина, может. Ну, я наблюдаю, как пытаются разные люди приехать в круг, занять мест. Опасно. Морф Смуэль Самса. Хорошая гренка. Уже можно атаковать. Тут один Самса против четверых пока что. Рядом никого. Самса откидывается гренками. Тоже пытается что-то сделать. Кидает дым. Нет, хаешка еще одна. Его уже обходят. Проверяют. Он в дыму. Просто сидит в дыму.
очень близко вокруг. Это очень страшно. Они с кем-то еще зарубаются, что ли? А, нет, тиммейты там помогают, стреляются. Он решает выйти из дыма. Шагом просто. Его заметили, кажется. Да. Но нокнули. Ой, как он умудрился столько времени выиграть? Это мега грамотное, конечно, было решение с дымом. И сейчас они забрали... Ага, я понял. Блин, это плохо, конечно, не увидел он Липкиса, который из окна по нему стрелял. Или Нигзи тоже из окна. Ну, тут дерево такое, что любой угол, и ты уже простреливаешь. Там что-то да будет торчать. Любой вообще угол. То есть еле-еле хватает, чтобы прямо от человека перекрыться. Тут М19 штурмует ангар, в котором Макин 2... Что? Очень странный сейчас был момент. Да, но разобрались. Кстати, вторая команда, номер 11. Дексис, надо посмотреть. Надо посмотреть, как по номеру команды. А, это Apache Crew вообще. Это Apache Crew, которая... Да ладно. Нет, они не в топе, все нормально. Просто слишком рано вылетели. Ну и заняли этот ангарчик. Ну, он, видимо, достаточно близко к кругу. Да-да-да, это он очень близко к кругу. Команды распределились. Есть еще, конечно, 2, 3, 4 команды, которые все еще за пределами круга. Самый токсик хэд прописывает психу. Но это перестрелки, кажется, вот где-то здесь. Ну, в общем, просто перестрелки. Меня больше интересует, как люди будут в круг заезжать. Например, Соколик пытается приехать, но они очень дико опаздывают. И... Ну, сложно. Хотя вот туда, куда они едут сейчас, там проблем особо нет. Проблемы в Empire Game, потому что он за пределами круга, достаточно далеко от коллектива, и их там провожают. О, бульдог выходит на сокола. Опасный момент, смотрим. Не, он даже не попытался встретить, что очень странно. А здесь будет опасно. О, хороший зажим. Уже дымится. А, там не дают так просто стрелять. С горы сразу по звуку начинают работать. О, это Лексус остановился вынужденно. Его это пытались прострелить. Нужны дымы, нужно до Сокола типа бежать. Соколик доехал кое-как там до... У них 0 киллов. Сейчас будет следующий круг. Он... заставит всех из Лос Леоноса выдвигаться, и колоссальные проблемы будут у людей. Пытаются немедля, нисколько забегать дальше в круг. Странно, что пешком это происходит все. Яички дракона тут с командой и остатки М19, экзампл с Wander MTV. Да, я вижу, ему там штаники плохо видно. Я сегодня попытался как-то увеличить количество FPS, но, видимо, это вообще не связанные темы. Сколько ты там не ставь графики, все равно в опс-моде при большом количестве людей FPS дико просаживается. Я уже говорил об этом, увы. То есть система не загружена. Если соло играть, то соточка FPS — это норма. Когда ты в кастомной игре обсервер, то происходит такая вот ересь. Так, команда Мэш тут на скалах на стрельбу выходит. Мелман отстреливается из ангара. Очень хорошая позиция. Кажется, в одной из квалификаций именно в этом ангаре закрывались. Опасно едет Т-Спирит. Прям приезжают в компаунд, где много людей. Пытается зайти, но Айзум выключает, спускается сразу же. Информацию своим передал. Радуга и Вик решили не ехать сюда. И оставили Асмодейка одного здесь. Ну, проверял, насколько. Очень сложная ситуация будет у людей вот на этой границе круга, потому что конкуренция здесь сверхвысокая, и мы наблюдаем, как пытаются юники, мистер БТР, тот самый Стендин и Адози. Там в чате массовое количество пек, это, видимо, с упуха там диска, и вот этот момент зафиксировали. Да, да...
Да, это вот этот момент. СХС довольно плотно тут получает. Но, скорее всего, уедет. У Сокола с Лексисом, во-первых, не осталось командира, во-вторых, у них нет транспортного средства. Им надо бежать еще метров 400 в сторону, где еще три команды. Блин, какая жесть. Очень сложно. Тем не менее, как и на прошлых картах, количество людей на такой небольшой круг, оно зашкаливает. То есть люди стараются не умирать, не всегда это получается. Вот Мелман сейчас СХС все-таки тот, который доехал от одних, приехал на точку, но его нокнули, он все-таки умирает. Короче, большое количество людей, несмотря на небольшое количество свободного пространства, люди довольно грамотно выживают. Игра-то все-таки на выживание. Вот. Сокол пытается встретить человека. Попали одну пулю. Сокол убивает. Есть. Это, возможно, первый фраг Соколика. Ой, а вот это хорошая стрельба. Это хорошая стрельба. Для X6 такой дистанции это хорошая стрельба. Очень сложная ракеза, потому что у него ничего нет. Ни здоровья у транспортного средства, прочности, ни своего здоровья не было, когда я переключился. Поэтому я сейчас быстренько соберут. И Сокол, и Лексус слышали прекрасно, что впереди их... ну, не их, а другую тиму встречали. Плохая ситуация у яичек дракона, потому что их с разных сторон... Они сейчас у дороги под ХГ, вот. Но, в принципе, их тут могут стрелять с разных сторон. И Константин мог простреливать... Из стороны ангаров тоже не защищены. Видят Сокола. Возможно, это последние секунды жизни. Не, ну Соколик приземляется. Ай! И яички дракона нокают Сокола. Попадает разок в... Да, остается Лексус. Тоже бедолага. У него есть две аптеки. Он их пытается... он использует ее. Одну. Побежал дальше. Четыре бинта, еще плюс одна аптека. При этом он бежит на трех людей. Ну, на 6 человек потенциально, но... Ой, кружание тоже такой агрессивный будет, потому что это поле. Ну, если кто забыл. Это поле, это поле, это поле. Ну, такое поле. Все-таки с деревьями местами. Но местность главным образом в центре открыта. То есть домов тех же самых нет. Кемба... Это серые серыми перестреливаются. Я даже сначала подумал, что это из одной команды. Нет, просто закрывают людей, которые из круга выбегали. Один псих остается из команды. Сохранился там за что это? За Уралом каким-нибудь. Мэш сдвигается в компаунд. Гришка Пауэр едет вслед за ним. И кажется, с тиммейтом, с Фолклесли. По ним стреляют Мелман, вы видите как, и по полю еще бежит парочка. Тут, кстати, можно от горочки работать. Ой, надо срочно останавливаться. Да потому что здоровье, прочности у машины очень мало. Здесь замес. Мистер БТР. Уникальный. Бластон Фай. А, здесь уже Ноки-Ноки, осталось только Маза, да? Да, эти Зерина-то убили. Вот эти тоже товарищи в топе. Вообще, это топ-1 сейчас. Вот-вот Маза в команде Vivictis eSports. У них 1676 очков на данный момент. И они по результатам 5 прошлых карт первый. Но перспектива вылететь сейчас на 15 месте, она наверняка не очень привлекает фаворитов. Поэтому от Мазы очень многое зависит. Он, конечно, ему тяжело. Он бежит в круг. Ему предстоит очень сложный путь. Но надо протянуть, потому что если ты после такого, ну, после топ-1 занимаешь топ-14, а там практически нет разницы между топ-1, топ-2, топ-3, то есть вообще небольшая, то можно очень быстро упасть вниз. Кажется, увидел впереди. Отвратительное место, просто ужасное. Тут бежишь и не знаешь, куда бежать, потому что если по тебе начнут стрелять, прятаться банально негде. Хотя бы до деревьев добежать, думает он. И он выходит в спину к Лексусу. Я понимаю, что там еще перестрелки. Мистер БТР там с Тимой штурмуют яички дракона. Яички дракона поджались немножечко. Потому что его тиммейт рекординга
И его гранатами закидывают. Он пытается с гранатой уйти. Да, яички минус. Да, и команда номер 4 заканчивает выступление. Тут Маза забежал в круг. Играет от границы. Рядом Лексус. Ой, хороший дроп падает. Прям по прям команде под бок. Аля ГГ. Они, кажется, тоже не очень далеко от топа. Правда, я в топ-5 их не наблюдаю, на самом деле. Они топ-10. Эта команда называется The Swarm. И у них будет круг. Это хороший, конечно, подгон. Но Ветлимба. Дошло сообщение по поводу приложения. Пользуйся на здоровье. Привет, привет, Семен. Там перестрелки. EPG стреляются с The Spirit. Perfectix там нокает faultlessly. Тут очень много народу, смотрите. Тут еще и Юникис сдвигаются помогать. А у Юников рядышком и Маза, и Лексус. То есть тут сверхвысокая плотность. И непонятно, что здесь делать, в принципе. Мэш там кого-то нокает. А, он элит-плеера нокает и заходит в круг. Ой, вот это очень опасный момент. Потому что сейчас будут... Блин, а тут штурм, и там штурм. Мне бы хотелось посмотреть. Да, не будут там... Блин, вот я пропускаю. Столько, такая движуха. Смотрим. Хотя бы общий план. Сверху, кажется, из юников только один остался. Да. Но настрелял 5 человек. Мини-X6, все дела. Маза убили. Да. Маза у нас был последним. Лексус пытается добежать, у него нет здоровья. Он тоже умирает, это команда Пуха. На 12 месте заканчивает выступление. И тут еще погибают. Из EPG последний Гутас остается тоже. Очень сложно, минус EPG. Вот просто и никто не выжил. Понимаете, там было 4-5 коллективов и не выжил никто. То есть просто без шансов. Экзампл пытается заехать вместе с тиммейтом в круг, но там все занято, надо выбирать какие-то неровности. Ой, они понимают, что прямо на горке уже есть люди. Хочет воспользоваться возможностью и, может быть, горочки сократить, но ну, здесь находиться очень сложно. Очень сложно, очень опасно. Сейчас Вандерера, наверное, возьмет, потому что он приехал совсем не туда. Да, он погибает от взрыва. И экзампл остается один из команды М19. Он лежит... Вот этот круг можно посмотреть. Смотрите. Он лежит, но в любой момент его с горочки могут... Вот. Так, кто у нас остался? Из... Мэш, насколько я понимаю, тоже нет. Perfectix живой. Разделились они с... А, вот сейчас только Мэша нокнули. А, здесь он был. Тут из команды Мэша только Гришка Пауэр остался. Забыл. Давай, 5. Кто у нас живой из биндов? Морф и Гришка Пауэр только. Беда. Мик, привет. А, круг обновился. Вы видите, что люди, которые находятся в домах, они все еще продолжают там находиться. Можно только чуть-чуть сместиться, а так все отлично. Лучшая ситуация, наверное, все-таки у полной команды с а-ля дрони-транспортер и прочее. Тут Айзум выбегает в круг, но по нему его спалили, по нему начинают стрелять. Каверов очень мало. Да, просто умерли. Остается Offstring и Финик. Но они уже очень близко к кругу, так что, скорее всего, эта команда еще останется здесь. У Огбро проблемы, у Гришка Пауэр проблемы. По Гришке как раз стреляют, он из СКС выцеливал, видимо, пробовал. Понимаете, здесь проблема, куда идти. То есть, можно, конечно, за металлической этой конструкцией спрятаться, но ты банально можешь не добежать. Гренки, о, там ты Storm Orange нокнули. Остался... Убика или убийца. На, по крышке стреляют. Простреливают просто вот на... Просто простреливают.
Он увидел, что впереди еще один человек. Да, ситуация аховая. А, эти просто бегут, да? А, их там экзампл встречает. Минус один. Инфу дали. Хороший зажим, очень хороший зажим. Ну, первый-то ладно, да? Когда на нежданчика просто... Ты слышал их стрельбу, ты знаешь, что они оттуда должны тебя идти, ты накрыл круга, им деваться некуда. Эффект неожиданности для первого гарантирован. Но второй уже шел, прям вот шел, выцеливал. То есть он, у него была инфа относительно того, где там находится враг. Вот буквально там, там слева от машины, жди. И все равно по спрей-контролю выиграл экзампл. Гришка лег, но у него тут отвратительная ситуация. Он пытается добежать хоть до какого-то кавера и чудом добегает. Вообще не понимаю, как он не словил там эту пульку, хотя его до этого прям прессовали. И до топ-8 пока дожил. Офстринг и финик. Ай-ай-ай-ай-ай. Добежали до непробиваемых стогов сена. Это Мелманс, горочку. Вот все дырявое. Хотя дыряет. Ну, взял, получил в голову. Бах. Ой, это АВМ же, да? Ой, это Чубака с АВМ. Вот смотрите. Ай-ай-ай-ай-ай. Вот так мантят еще все. Так мантят, что ты видишь, что там пытается. Ну, что есть там человек. Попал, кстати, по туловищу. Уважаемый стример, можно больше Team Spirit. Уже нельзя. Уже не осталось их, к сожалению. Новый круг у Липкиса, Морфа и Никзи. Ну и придется вот этим товарищам, этой Swarm команде, вчетвером выходить. Ну, пора на самом деле, потому что они три круга спокойно пережидали в этом месте. Но дальше тяжело. И ЗСКС простреливает. Разок вроде попал. Ну что, у нас 7 команд осталось. А, еще экзампл же живой. Я думаю, где седьмой? Он там дымы раскидывает. Хотя на него особо никто внимания не обращает. Про него, кажется, забыли даже. Ну, потому что задачи сейчас другие у тех людей, которые рядом с ним находятся. Алая ГГ нокнула Морфа. И экзампл просто сел и поехал. Очень странно. Слышит стрельбу. Ой. Ну, видимо, да, видимо, здесь. Но это не в круге. Настоящее мясо вот здесь вот, друзья. Давайте посмотрим. Там Мелман с 6 киллами. Нокнул то ли одного, то ли двоих. Закидывает гренку под нокнутого, чтобы не было желания. Финик лечится в дыму. Прокидывает еще. Тут раз, два, три команды, понимаете? От одного перекрыт дымом. Второй тоже закрылся. И четвертая команда еще с той стороны. Колоссальная кучность. Колоссальная. Ну, все... Ой, из АВМ по Алае попали. Они не в дымах, вот это самая большая проблема. Экзампл еще живой, и круг пошел. Ё-моё. Такое тут будет мясо. Финик ползет. Ну что, поехала. Сейчас Алая допрыгается, вообще не туда смотрит. У двух на прицеле. Ой, хорошо пикнул. Не попал, но хорошо. А, финик проявился и нокнул Мелмана. Блин, вот такие опасные полежены, капец. Просто. Только с третьей попытки убили человека. Только с третьей попытки. О, я бы посмотрел сейчас либо на убийцу. Ну, вот X-Team выходит. На стрельбу выходил. Но да, но... Iron Nest оказался с хорошего угла, прикрывал своих пацанов. Экзамплу нужно двигаться. Двигаться, причем сразу на Липкиса. Это очень сложно. Они друг друга слышали и видели. Он прям выцеливает то место, где должен появиться враг. Но ему нужно двигаться, и Липкис это прекрасно понимает, потому что он находится буквально на границе круга.
экзампл, скорее всего, не осталось гренок, так, ну, он, скорее всего, бы закинул перед тем, как... Перед тем, как... Кружанин медленно идет. Убийца ползет. Он проползает прям в спину. Уже снял рюкзак. У него третья буренка, кстати. Экзампл топает, но у него выхода нет. Он... Оп! Нет, блин, достал все-таки. Я думал, что там не хватит высоты. Он прострелил. Да, все-таки команда М19 заканчивает на четвертом месте. Весьма и весьма неплохо. Они сейчас на девятом. Ну, то есть это может помочь. Макаилович заходит. В доме будет зарубы, скорее всего. Но про убийцу-то никто не знает. Тут три команды. Три на четыре. И 8 человек в живых. Соответственно, есть еще один Соленова. Ну, может быть... Нет, хотя они знают, они знают. Хотя нет, могут не знать. Могут не знать. Им же не отображается количество команд. Им только и лайф отображается, поэтому... Не могут допускать, что 4 в 4 остались. Убийца ползет. Макайлович, ну, вы видите, в каком интересном месте находится. Кружание будет сдвигаться медленно в последней фазе. И, соответственно, люди, находящиеся в дому, в доме, они... У них не очень выгодная ситуация. Все-таки. Потому что им придется выходить из фиксированного места. Ну, то есть понятно, что они отсюда пойдут. Кто из-за дома... О, перестрелки. Откуда? Кто? Что? Куда? Убийца ползет. Все нормально. Там по бронетранспортеру попали. Макайлович очень классно лежит, просто. То есть он может просто из круга уже стрелять какое-то время, несколько секунд. То есть люди выходят, он тут как бы... Вот эту вещь вообще проверять мало кто будет. Да, выходит Нигзи. Нет, проверяет! А, видимо, они видели, когда он прибегал. Нигзи нокует. Дронь транспортера... Так, остается 2 в 1, 2 в 1-1. 2 в 1-1, я за убийцу болею. Потому что морф, ладно, его примут, а вот убийца может совершить свое коварное злодеяние. Он вообще лежит прекрасно. Может, пора? Он не видит, где второй. Вот, пора! Убили жену! Убили! Он пережил, ох, он пережил. И так вовремя сделал правильный зажим. Ох, вот это классно. Вы видели? Блин, полежены. Удивляют. Просто удивляют. Их от третьего-то лица часто не замечали люди. От первого еще сложнее, потому что там как бы угол не поменять так высоко. Ё-моё. Ну, первая карта закончилась. Очень динамичная. Поразительная, конечно, воля у людей жить. И это приводит вот к таким вот моментам, что на небольшом пятачке оказывается там 6-7 человек. Дымами там отгораживаются от потенциальных проблем, пытаются там как-то доползти. Вот. Хорошо. Едем дальше. Результаты предварительные по шести прошедшим картам, то есть 5 вчера и первое сегодня, появятся через несколько минут, и мы посмотрим, как там поменялся рейтинг команд. Еще впереди 4 карты. Я надеюсь, что Понти там уже дошла, чтобы покомментить вдвоем. Понти в PUBG наиграла мало, конечно, часов 600-700, но очень скилловый игрок. И ждем, когда появится игра.
Жалко, что до вас сигнал, ну, на тот момент, когда убийца, ну, дойдет через 4 минуты. Так, я пока пойду, пока не забыл в комнату. А Понти уже здесь, привет. Hello? Hello? Привет. Михаил, ты тут там? А, ты, то есть, ты стрим слушаешь? Да, да, да. Я даже не сразу поняла. Да ладно. Все, захожу. Да, слушай, да, ну, да. Тебе нужно досмотреть последние моменты, вот когда вот... Что там? Там расскажи. Про... Я не буду тебе рассказывать. Господи, ну что ж ты такой, а? Все, иду, возвращаюсь к тебе. Давай, давай. И буду смотреть. Нас двое. На границе круга, так. Так, на какой границе? Сколько команд осталось, скажи? Осталось 4 команды. Ну да, уже близко, да, хорошо. Слушай, как они удачно домик заняли, да? Да, очень удачно. Там последний круг такой, что домик уже не очень. Да? То есть невыгодная позиция. Ну да, потому что тебе из него выходить как-то надо. Ну скажи, кто победил-то, ну? А я не помню по никнейму. Да ты даешь. Да помню. Не скажу, зачем тебе портить все. Так, присоединиться, да? Надо же еще зайти, не забыть. Ну пока еще игры, насколько я вижу, нет. Второй не... А, нет, есть уже. Уже появилась. Да, заходи. А результаты ей уже появились? Может, ты озвучишь ее? Нет, результатов пока еще нет. Ах, нету, да? Жалко. Нет результатов, да. Могла бы сейчас вот прям узнать все. Так, захожу, пароль скопирую. Неправильный пароль. Михаил. Неправильный пароль. Мне пишется неправильный пароль. Не, Миш, тебе ты что-то вводишь, только не вводи на стрим. За вами вводится такое. Ладно, сейчас, секундочку. Я попробую. Может, да, видимо, с этим. С пробелом. С пробелом. Так, ну что там? А, да, круг не очень. Еще же в этой сидит, а в железке. О, в железке точно. Лёг ждет. Ждет. Прям вообще. Прям ждёт. Красиво. Сейчас смотри, как будет. Опа, опа! Нет, еще рано. Нет. Не попал. А-а-а. Так, хаешка. Ядрите, а как они узнали, что он там? Класс. То есть они все это время знали, что он там сидит или что? А могло бы быть красиво, в спину тогда зажал. Да. Ну что, результаты есть? Да. Результаты вот ждем с минуты в минуту. Нет результатов. Озвучивай. Нет результатов. Да. Ты видела клип «Не о Понте жжет»? Да, но ты же не досмотрела прошлого. Ты же не досмотрела, чат взорвался по поводу убийцы, который убил двоих в спину. А ты не смотрела это, что ли? А, вот, я вижу. Вот только сейчас у меня. Да извините, задержка 6 минут. Это вечность. ГГ. Даже Локи там, ничего себе. Да, убийца, полша. Охренеть, красава. Крыса добежал тут в один. Да, я видел клип, Понтяж. Бесстыжий такой. Да. Но немного, да, бомбанула я там от него. Ну, сразу видно, что у вас отношения какие-то с этим пользователем есть, что сразу. Ну, расскажи, как... А, ну, я уже спрашивал, как Игромир. Сегодня был последний день. Воскресенье. Что-то есть, что добавить по поводу Игромира? У нас все равно сейчас будет какое-то... Да, ты знаешь. Да, что знаю? Не знаю. Есть. Во-первых, много кто вылез в последний день, и Фроза была, и Тей застали, и Нюка, и Гита, и все в зале пришли.
конференц-зал был уже открыт для всех, и там, естественно, было много лишних, но, тем не менее, было уютненько, так мы так общались, смеялись, и вообще прям, знаешь, домашняя такая обстановочка была. Вот именно ради этого можно было приехать даже на часок и обалдеть. Ну, мой, тем более, выезд был оплачен. Ну, и тем более, ты из Москвы, как бы. Enjoy, да. Оплатил мне. Я уже отказалась ехать, но в последний момент мне закинули. Слушайте, я закинули езжай, просто говорит, за для того, чтобы ты приехала. Билет же тебе вроде остался такой халявный. Ну извини, такси, мне там надо будет друг перекусить. Мне, ну, такси туда, такси обратно. Понятно. А на метре ты не ездишь, да? Нет, на метре я не езжу, это опасно. Опасно? Опасно. Не, я вообще, знаешь, я, во-первых, очень быстро цепляю всех по заразу, то есть, ну, реально заболеваем быстро. А, я думала, ты про тип людей, как говоришь. Ладно, окей. Нет, да. Нет, да. Нет. Все, там хавок. Да, прислал, но он прислал такую таблицу, неудобную читать ее. Очень что-то там. Ну куда столько столбцов лишних хавок. Короче, на первом месте по-прежнему команда Forze. Точнее, она была на втором по результатам пяти прошлых карт, но выбралась на первую. Forze, напомню, я перепроверил, вчера сыграли топ-1, топ-4, а потом опять топ-1, а потом 14 и 17 место заняли. И после вот трех карт они уверенно по очкам были на первом месте, а потом скатились на второе. На вот, второе, сейчас да, вернули место себе под солнцем. На втором месте находится команда Northern Light Team. Это Perfectix, Ogbro, Мяча и Deep PUBG. И на третьем Vivictis Esports, которые были, кстати, на первом, ну, до этой карты. iFi, Maka и Tizerins, господи, как мелко, Blaston. Вот. Но разница между первым и, условно говоря, там, седьмым-восьмым в одну карту, грубо говоря. То есть, если команда играет неудачно одну карту, то скатывается сразу очень далеко. То есть, люди очень, ну, плотненько друг к дружке идут. И вот. Как-то в общем, так. Есть шансы у всех пока. Ну, по крайней мере, у тех, кто в топ-10, точно есть шанс. Топ-10, да, я вижу прям. А что за столбцы добавили? Я что-то не могу понять. Это, раньше, наверное, по ошибке. Все. Они все пустые, так что они нам в любом случае не нужны. Я тебе могу рассказать, как Пух умер в прошлой катке. Так, можно клипчик давай. Посмотреть. Наверняка клипчик сделали. Зайди лучше, пожалуйста, в клипчик, да. Потому что вместо тысячи слов лучше посмотреть клип. Да. А заодно, если вы не видели, зайдите в раздел клипы тоже. Посмотрите клип с Понти сегодня с Игромира Бесстыжий этот ее. Нет, тут убийца. Вот. Тут только финалочка есть. Не сделали. Не сделали? Вам что, не трудно нажать? Господи, просто нажмите кнопку клип. Кнопку одну, да. Кнопку если... одну, и все, вам ничего не надо больше делать. Ленивый. Он сделается сам. Да как так? Короче, смысл в том, что Пух ехал на машине вместе с командой из Campa Militar. Ну, вообще никого нет. И Пуха дискает. Вот. А когда тебя дискает, у тебя... Ну, машина как бы катится, но на газ... Это команда, она не перестает удивлять. Да. Как бы для тех, кто вчерашний день пропустил, Пух умер разок из-за скал. Он не забрался на гору. Не то место выбрал. Сокола сбила машина в одной из игр. Вот, третий раз, ну, можно вот добавить еще один раз в копилочку. Это вот как раз Пуха дискает, но это еще не все. Дискнуло-то и дискнуло, у тебя есть там пара минут для того, чтобы там перезайти спокойно, чего. Тем более ты в машине, что знаешь, где едешь. Но ножка-то с газа ушла, и машинка начинает ехать медленнее. И за этой машинкой побежал какой-то упырь из другой команды вообще. Ему просто нужна была тачка, он даже не видел, что там Пух. Он подбегает к этой машине, садится в нее и не может попасть за сиденье водителя. Он сразу не понял, что там человек сидит, потому что, ну, абсолютно идиотская ситуация получается. То есть едет машина, ну, как бы она не едет, она катится уже. И за рулем какой-то тормоз сидит просто. Ну, нелепая абсолютно ситуация. Он садится на сиденье такое,
Как будто он привык к праворульным тачкам справа. Нет, что-то не то. Поворачивается, смотрит, там пух сидит. Он выходит, расстреливает пуха, лутает его и едет дальше. Все. Вот так. Господи, вот, это великолепно. Такая вот судьба у наших, видимо. Ой, на компомилитр сейчас будет разборка. Туда упал пух с соколом и со всеми остальными. И тот самый уникальный мистер БТР. Я не перестаю радоваться, как правильно я прочитал его никнейм еще с самого первого турнира. Вместе с командой идет прямо на них. Сокол, кажется, будет одним из первых, кто... А, нет, я уже слышу, как перещит сокол, его нокают. Да как же так, сокол? Так, все, вижу я. Пацаны, у нас стягиваются. Вот поза тоже, да? Опасная ситуация. Да, вижу там две команды, но здесь прям контакт. Угу. Высматриваю, сейчас можно человека убить. Вроде. Да что? Да, не смотрит вообще никуда. Сокол хотя бы был с эмкой и мог бы тоже в ответочку дать. Да, сокол-то как раз принял, он разведывал, считай, просто. Угу. А вот то, как Бзик не посмотрел, что его... могут обходить, это я не знаю. Лёгкость с карелькой бегает, что-то там пытается сделать. И где у нас пух? Пух пытается поднять Бзика. Поднять. Сокол истекает кровью, кричит. Спасите, суки... извините. Но он умирает. Немец ушел первым. Так. Ну и не жалко, это в общем-то, первая, да? Первая смерть, да. Немец. Им еще не везет с кругом. В прошлой катке круг был вот очень-очень похож на текущий, только чуть-чуть правее. Он вернёкает эти три и добивает его, кстати, к тому времени. Пух остается 21 патрон. Он не успевает отстреляться. И остается только Лексус. О нем знает о Дози и слышит его, и мониторит его, и... в общем, ему бы как-то свалить, но уже... Да нет. Уже сложно. Куда уже? О, хорошо. Так, а тут продолжают, да. ГСП снимает. Он был за рулем, но ему все-таки попали в голову. Хотя это APG, они очень хорошо на прошлых катках катали, и что-то вот у них не ладится последние игры. Я, кстати, заметил, что обновилась табличка только что в фоне. У нас же клевая система, что результаты и сетка, и группы обновляются без... А, уже? Да, она уже можно смотреть. Все можете прожать. Не надо как раз нажимать результат. Нет, можете нажать, сайт загрузится. Нет, у нас он не падает после массового F5. Но смысл в том, что в этом смысла нет. Потому что результаты без обновления стоят. Ай! Короче, вылетают Алексус, да. И они еще так действовали абсолютно без... то есть их команда шла в компомилитар, ну вот прям целенаправленно на них выходили, то есть на Сокола, в частности. А ребята вообще беспечно лутали, как будто они не заметили, что к ним, в принципе, кто-то летел. Ну, то есть, что они тут не одни на да, этой базе. Да, Сокол бежал, не оглядываясь, прям да, как-то... Да. Они, во-первых, разделились. То есть один был там в доме лутал, двое побежали в ангар, сокол эти маленькие палаточки тоже впитывал. И было достаточно беспечно с их стороны так поступать, потому что... Так, окружание у нас снизу, да? Да, молодец. Ты не теряешься, Пантяж. Да, надо было отметить. Окружание у нас снизу, и там, кстати, не так много команд, да? Придется подтягиваться. Конечно. То есть самолетом летел... где-то по центру и по... Ой, там Спирит Радугу встречают весело, но он проезжает. Просили побольше внимания уделять команде Спирит. Да, просили. Да, вчера тебя тоже просили? Да, ой. Мы можем попросить взаимно уделить внимание Гудгейму. Паш на паш. Конечно. Дроп упал, и... Кто там у нас? Акира. Акирыч будет его лутать. Оглядывается, конечно, опасается, что здесь может кто-то быть. Да, проверяет. Какой же FPS у меня отстойный. Я еще сегодня разрешение снизил, думаю, авось поможет, но
Ну, а компьютер сказал, вообще мне все равно, у тебя все равно будет 15 в некоторых моментах FPS, и будь ты проклят, Михаил, со своим, со своей видеокартой, мне не поможет. Это, то есть ресурсов реально PUBG стал меньше потреблять, но он и тогда полностью не все потреблял. Короче, ничего страшного. Когда-нибудь, так, может быть, мы... Так, круг. Да, начинают, правильно. Так. The Storm. Угу. И ты видишь, как у них на пересечении машины мотоцикл БС МАЗа видит, как Кейт будет параллельно ехать, да. Бластоны высаживают из машинки. Мэш, кстати, хорошо пострелял, но он попал в голову. Хотя... Ну, Мэш вообще хорошо стреляет, молодец. Да? Да, а у нас наверху... Так. Что у нас наверху? Ну, а Кейт добивает. Где? Юника. Юника, все там же, где у нас убили Сокола. А, он выходил в Терет Бронку с Кампа Милитар. И да. Там из М19 Вандерер ТВ. Вандерер чудесный. Такое... Ай! Так, залутали лут, что же у него? Что же в него? Я даже не посмотрел, если честно. О, Кирыч. Пулемет у него. Пулемет? Да. Ну, тоже хорошо. Конечно, для сквадов вообще самое то оружие. То есть проблемы с перезарядкой вообще никакой нет. Так, сам у нас проезжает мимо двух, и, скорее всего, сейчас будет их расстреливать. Коляна. Смотрим, своего, да. Ты видела? На мотоцикле-то он рассекает. Нет, подожди. Не, на мотоцикле. О, прям крутой байкер. Самсу немного поджарили, но она уехала. Без колеса, без двух колес. Ой, вообще. О, сейчас добежал. Мимо Мэша и Сени будет Колян сбивать своего онли. На Сеню выезжают Эсторм, за которыми просили. Вот, просили показывать? Показывай. Минус один. Минус два от Эсторм. Как там, фанаты? Готовы смотреть? А, и третий убегает просто, все. Ну почему-то не идет у Тиспиритов игра. На да, это плохо. Ну, один Радуга был на месте уже, то есть он занял церковь, башенку, и, видимо, ждал своих друзей, которые к нему двигались. Грамотная стратегия, на самом деле, тактика точнее. То есть один разведчик для того, чтобы, приехав, вся команда не отдалась, потому что когда ты приезжаешь, тебе сложнее штурмовать, чем защищаться, как правило, потому что... Люди банально знают, откуда ты приезжаешь, о количестве и оппозиции людей, которые уже на месте, ничего не известно. Вот, один проверяет, если все нормально, подтягиваются пацаны. Вот, но они проехали мимо форзов, и форзы отстрелили. Ну, Рады просто продолжается. Да, он еще жив, у него и как бы... Может быть, у него судьба убийцы будет в этой катке, то есть топ-1 возможно. И он еще поднял своего. Да. Их двое, да. Где PUBG нокнулся? Или он, их и было двое. Радуга. Не, Асмодек, было. Он, Асмодек просто убежал, когда двоих убили. Он с горы просто свалил, он пешком, видишь, там бегает все еще в районе Мэша. Тизерин по линку стреляет. Довольно больно, кстати. И все-таки умудряется. А, нет, это Маза. Это Маза, да, с горы. А, Маза добил. Ну, Тизерин сначала, потом... Весь. Да, будет рашить. Там тиммейты подбежали, может быть, попытаются спасти. Но нет, команда пошла, типа, забейте, бросайте меня. И они останавливаются в соседних домах. Эсмуэль перестреливается к Скаляну, между прочим. Как он посмел, да? Вообще, не говори. Но он, ему можно, он такой... Ох, у нас в зоне происходит. Видимо, ехали на все на машинах. А, вижу, и там по одной. Друг друга, да. Третий. Литплеер. Нокает Велеса. Анимак тоже нокнут. Остается только Иракес с самым токсиком вдвоем. Ну и тут... Ну, хотя тут они тоже убили, насколько я понимаю, одного из М19. Экзампл где-то потерялся, видимо, здесь же. Там еще сзади вот не хватало команды Юник. Мистер БТР проезжает, проносится просто мимо... С двумя тиммейтами, мимо всего этого... Ох... И по ним это даже не, особо не стреляют. Йо-бро!
ему бой перестреливается в центре. Но они все стоят между домами. Пока вне опасности. Т-спирит, кстати, сейчас пойдет на сближение, его выискивают. Да, он видит уже двоих, это два мэша. Да, и вижу. А зачем Купала? Он туда, в принципе, бежит? Вот одного не могу понять. Он не знает, куда бежать. Он попытался пройти вниз, но что-то опасается или что, не знаю. Может, он там простыли? Да, для вашего удобства действительно работает мультик ГГ. Спасибо за напоминание. Спасибо. И на Twitch можно, да, тоже ссылочку отправить. Ну что ж, там доезжают, да, из юники, из зоны. А там еще разбирается самый Токсик, Ракес остался, Элитплеер и Константиновик. Константин ВК. Да, 3 в 2 у них. Элитплеер там добил одного, подлутал. Но им как-то нужно, я думаю, обе команды хотели бы как-то отсюда свалить, потому что синий круг кусает, ехать очень далеко. Элитплеер в результате добрался до джипа и, кажется, за своими поедет в гору. Вот. Но что будет делать Иракес? Они, во-первых, сейчас могут услышать машину и могут, типа, догадаться, что... Ну, да, короче, их оставят здесь. Скорее всего, не будут там 19 здесь до конца воевать. Да, тем более нужны же аптечки. У Иракеса всего две аптечки, да. У его напарника одна аптечка, 5 винтов. И... Это впритык хватает, чтобы будет туда. Да. Ух. Тут тизерин, яички дракона. Так, вроде как грамотные яички выцеливали, но там тык-тык, сразу голову убрал, но прилетело очень быстро, прям очень быстро. Соответственно, только рекординг. Он пытается убежать. Пытается, да, своего тиммейта поднять. Своего образа, да. Неужели активнее? Тизерин и Раудуга все еще ждет своего тиммейта. Ну, кстати, Асмодек, кто-то посмотри, он... Ой, смотри, спас... сейчас Финик приедет к Тизерину и компании. Выходит, неудачно выходит, сейчас, теряет сразу 25% хп. Поднимается на мотоцикле. Тизерин почему-то пропускает первого. Нокнули одного. Маза в простреле. Но, с другой стороны, на СХС сейчас выбегает Тизерин плюс... Его соседней горы может Фай высматривать. Кажется, видит. Да, кажется, видит. Да, по нему стреляет как раз. Он пытается поменять место угол. Своего. Да, 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 место. Видит, видит, видит. Тизерин, он... Тизерин хорошо зажимает на старте, но потом теряет цель из цели. Ну, из прицела, так сказать. Да, пытается сейчас залечиться. Все, яички минус. Как их там? Яички, а кто, да, их там убил? Грустно, грустно. Грустная история. Фолт. Так, и D2 Мэш еще подъехал. Да, 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 да. Что ж, у нас. И офстринг там еще есть к оставшейся. Ну, короче, сейчас офстринг могут принимать. Да, Гришка Пауэр очень хорошо. Гришка Пауэр. А кто еще сверху стреляет? А, это Мелман с горы, ё-моё. Мэша нокнули. Дымы пошли, пытаются прикрыть. Мэш очень бит, он мансит. Еще один Манкин дым. Манкин 23 встречает тем временем юников, которые подбегают из зоны. Которые, напоминаем, лутались там, вверху. Им было трудно добраться. И по нему прилетают откуда-то. Сейчас будем смотреть, кто по нему стреляет. А, это Стадин. Из юников увидит его. Тут интересно, Сеню будут пытаться спасать или нет. Мэша подняли. У них прям на горе есть команда Мелман, Самса и прочие. И вот не знаю, что по Сене. Кажется, будет пытаться поднимать. Садится Фолтлесли на мотоцикл. Его пытаются прострелить на скорости, дистанция хорошая. Он заезжает к тиммейту, выходит и уже... Обзора нет для тех, кто на горе. Они пытаются уже по другим стрелять. Но здесь действительно обзора нет. Так, Мэш Коляна сокращает. Коляна идет на сближение. Да-да-да. Где Коляна? Это наверху все с зоны.
А, вижу, Колян, мистер БТР, play with me. Да, сейчас будет сближаться. Так, мышь прячется, скорее всего, они пытаются. Оп. Колян твой Колян опять. Прям. Хедшот из СКС. Да, Колян раздал. Но его близ расстреляли, и он нокнут, и его добивают. Извини. Минус Колян. Минус Колян, ну как так? Ну, Коля, Николай. Энли тоже погибает следом за Коляном, и Декстас остается с Макеном. Декстас дома, 416-й. И его Макен тоже 416-й. Посмотрим, что же будет дальше. Что там у нас идут два мэша? Они решили разминуться. Ну, он подсократил немножко под гору, но, видимо, сейчас возвращается. Они пока в круге, но... Люди, которые находятся на горе, они, ну, спокойно контролируют тех, кто внизу. Они могут не увидеть, но в любом случае увидят, когда те начнут перебегать. Сейчас опять нокают Сеню. Мелман очень хорошо пострелял из мини. Сеня снова нок, пытается заползти в дым, чтобы... Да, Мэш от своих двоих просто уходит, потому что у него есть преимущество в том, что его пока, типа, не видели. И... О, по Мелману начинает стрелять из Team Spirit, Асмодейк. Да, стоп, потом... он видит в открытую его. Нокает. У нас внизу дроп, и его на поиске начинают две тимы и три тимы. Мелмана убили. Мэш подходит, выходит в спину к горным товарищам. Я посижу некоторое время за ним. Прям в спину. Зажал, нокнул. Сразу добил. Ну и теперь, конечно... Тем временем ты Спирит Радуга находит Декстаса и пытается его убить. Смотрим за Радугой. Два человека тут в компаунде. Не, он, конечно, будет обходить этот компаунд стороной. Ему лишние проблемы не нужны. Его тиммейт черт знает где. Они играют там 1-1. Поэтому... Да, но его тиммейт сейчас принес очки команде. Да, он Мелмана, кажется, убил как раз. Так, ну Мэш пробегает кстати, как-то. Бежит на команду. Кто еще раз? Радуга не видит. Видимо, Радуга, да, он причем в открытку бежит. То есть у него здесь бежит, шансов нет никаких. Да. Да, все, начинает стрелять. Его нокают. И убивает. Остается только один из минус Радуга. Дроп все еще не нашли, а он остался внизу. Элитплеер только заехал со своей командой. Хотя еще половина команды за зоной лутается и погибает там или что? О, кажется, элитплеер, ну, М19 будет штурмовать этот домик. Они заходят, прокидывают грянки. Подозревают, что здесь кто-то есть. Может, скорее всего, слышали стрельбу. Да, видят мотоцикл еще к тому же. Проверяют места разные, где могут лежать люди. Увидели, кажется, движение в окне. Хотя, может быть, и нет. Может, это в следующем. Гренка пошла. Ой, какая точная гренка. Там как раз человек лежит. Фу, как Дексис даже не покоцало. Странно. Удивительно. Один в кустах, другой внутри. Макин Дексис. The Wolf тем временем встречает на границе приезжающих юников. Но пока достаточно безопасности... Спалился Дексис, его нокают. Он очень плохо пострелял. Ну, лежа не так иногда, особенно на дальней дистанции, сложно стрелять, короче. Кстати, Макен один пытается это сделать, его рашит. Да, и добивает. Нет, все, добивает, минус да. Макен. Так, что у нас? Мэш в центре кое-как. Ему надо будет двигаться, это у него 3 килла. Да, там. Юников убивает. Одного снял. Видит это второго, где? Который забежал. Это у нас на... А, все вижу. Краю. Все увидел, спасибо. Смейл, это помнишь тот товарищ, который... Да, дополз. Полз. Среди бойцов. Ползуны запоминаются больше всего. Так, светошум какой-то странный. Да, полетел. Да. Видимо, за неимением лучшего пришлось. Ой, обожаю, когда еще звук начинает так лагать. Да. Прекрасно. Обычно все это вообще подвисает, это вообще шоколад. Эсмуэль со скалялькой бегает и
юники уже залутаны, и хорошо, они там лутались за зоной очень долго. Угу. На юге тоже контакт, ахилла нокают. Казаха тоже. Полетела хаешка. Гудаса нокают. Да. Хорошая хаешка, но Акирыча не убили, только покоцали немножко. Ахилл вроде тоже пока еще живой, то есть он там в сейве, если удастся... Ой, а вот это хорошая вроде хаешка, нет? А уже... Ух, а тут у юников, а, их так приняли. И кто у нас? Морфа стал? Да, справились, а короче. Нет, стадион. Ахилловская команда справилась с конкурентами, но предстоит им еще два... Ой, сейчас на Мэша выходит. Целая тьма. Да ладно. Ё-моё. Макайлович, там где красный, красный, красный. Вижу, вижу, Алай. Да, Санкалович. И ты... там Айфрай в кустах лежит между деревьями. Его то ли не видит, то ли что. Да, уже все, да? Нокнули его, да. Убили. Почему-то до сих пор отсвечивается на карте. А Д2Маш последний, да, в кустах сидит. Алай ищет, смотри, рядышком бегает с ним. Да. Колян опять наверху. Это любимая позиция Коли. Сверху. Коля сверху. И не находит Д2Маш. Ну он там в таких кустах еще лежит, что у него и ноги даже практически не торчат. Да, и Ракес, кстати, тем временем сел по соседству с Ахмадеком, с Асмадеком, из Team Spirit как раз, и юники у нас остались вдвоем, двоих они потеряли, встретились с командой из Морфа. Угу. Айзум может сейчас выбежать, он тоже один остался, он как раз в сторону Мэша и полной команды. Сторм видит полностью, как бежит у нас юники. Угу, вижу, да. И тем временем они видят и соседнюю команду с Ахиллом. The Wolf тоже с Каркарычем расстреливает. Все в дыму, ты посмотри, две команды, и все на ладони, и все в дыму. Угу. Но только так можно выжить, на такой дистанции. Да. Не простят. Д2Маш все еще сидит. Рядом с ним сейчас будет пробегать. Прям мимо. Прям вообще рядышком. Как не споткнулся, да, в него. Да, вот если бы споткнулся, мог обратить внимание, да. Было, да. Тестом тем временем убивает из юников одного. Слушай, а вот дрони транспортера Эрнесту и Алай придется вот на эти дома бежать. Так, 21-я команда, юники, все. Юники закончились, их там в конце концов в поле расстреляли, не хватило дымов. Да, и пошел штурм. Кто-то прикрывает, кто-то бежит к... Ну там прям по полю бегут. Дрин транспортнеры и Алая. Причем... Видит Окбро. Да, Окбро должен встречать. Не, он боится, он стягивается к своим. Перегруппировывается. Потому что дрони транспортер чуть не снял ему шапку. А Мэш все еще лежит, он ждет момент, когда можно будет побежать. Слышит еще стрельбу. Ахилла там расстреливают с командой, но они там вроде как прикрылись за стогом сены и за машинками. Плюс на помощь опять же приходят дымы. И из города тоже сложновато будет выходить. Ну, М19 выйдут без особых проблем. Ракес убивает Deep PUBG. Набивает. Да, пока только нокает. И Мэш пошел Мэш. Круг пошел и Мэш пошел. Он видит бегущих людей, пытается не прямо к ним в спину. О, впереди зум бежит! Но он его не видит из-за горы. Ё-моё, и впереди еще Акира. Акира Ямаока. Видит, кажется, зума. Да, видит зума. Видит спину его. Тестом пытается снять водилу. Нокает одного из... Это убийца тот самый. Мескара. Снимает колесо у машины. Видит лежащего Айзума. Блин, убивает Мэш Зума. Господи. Такие тут, конечно, темы. А наверху штурм. Акира тем временем
падает за сено. Жесть какая. Винсайды закрывают город, у них очень хорошая позиция, там два человека не должны выходить. Там Ахилла, Ахилла убивают, Казаха тоже, остается только Акира. Ой, там два человека рядышком. Убийца. Против бульдога, убийца лечится, да ладно. И вот его прикрывают. Бойцы, хорош. Бульдога убили так, вроде правильно сделал. Ой, еще да, живой у них остался. Кто еще раз? Окбро. Окбро, да. Окбро остался живой, да, действительно. Один килл. Да, Кирыча все-таки убили. Добили. Семь команд тем остается. Тем временем Винсайд убивает Токью, которая бежала с зоны, и его просто расстреляли. Причем, как вы увидели, сейчас очень плотная зона. М19 и в плохой позиции. Ну, извини, да, продолжай. Да, 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 как раз я и хотела сказать о них. Они лежат, их видят. По ним стреляют. Перестрелка еще в Эмпая. Остается тоже один. У него тиммейты убили. Ноль киллов на команду. И... Да, два мэша все еще тоже лежат. Да, да, да. Окбро выдвигается пешкарусом с... И прямо на вампира выйдет. Прямо на него, если добежит, конечно. Сзади слышит транспортное средство. Сликер пытается добежать, но М19, Константин ВК закрывает его. Окбро убивает Vampire Game, сам заходит на его место, как раз граница круга. Конечно, попадает тоже, по нему постреливают, он понимает, откуда исходит угроза. Продолжается перестрелка М19 против Винсайд. И в полном составе дронетранспортер, короче, команда The Swarm выдвигает в сторону Окбро и Мэша. Ну, Мэш, он вроде сидит очень в удачном месте, поэтому да, это не куст, его заметят. Дрейн транспортера простреливают. Мэш, кстати, он видит, и его видит, он очень хорошо получил по шапке. Пытается отличиться. На Мэш прям выходит. Раньше стреляет. На Мэша выходит, на Мэша выходит. Мэш минус один сделал. Мэш чнокает! Пытается добиться, привести очки. Да. Второй там голова торчала, зажал не так хорошо. Не сразу понял, откуда причем, и все. Но Мэш приносит фору за шестое сайт, место, кстати, неплохо. Меняет место и их замечает Константин ВК. Константин ВК. Сейчас будет сближаться с компотом. Окбро проявляется. Зря, скорее всего. Да, Окбро да, убивает. Да, и получает и нокает. Пошумел зря. Дрейн-транспортер нок. Его все еще видит. Алая тоже расстреливают. Алая, да. И тем временем топ 4. Нокнули за этап. Из инсайдов. Ну, короче, хорошая ситуация у зеленых. The Storm, да? The Storm. Да, и может быть и OM19. Ну, смотря их как раз вот... А хотя они одного же нокнули, да. Их продолжает Винсайд мониторить с разных сторон, но... Сейчас вот Алая пытается Алая выхилиться. Алая за зоной, да, захилится. Уже никак, видимо. Потому что он выбегает на убийцу. Да. Без здоровья это никак. Убийца закрыл. 10 киллов у команды TS Storm. Уже топ-3, да. Сейчас убийца пытается добили, добежать. Добили Винсайд из этапа. И... Ну, 3-2-2, короче, остается у нас опять по составу. Три команды и... И кружание такое открытое, и всем практически бежать в него. Да, кружание очень непростой, потому что укрытие здесь просто по пальцам сосчитать. Самое безопасное место, наверное, это за... Хотя нет, может и за грузом даже. Сложно сказать. Садится на машину Orange. Видимо, будет заезжать, компот использовать джип в качестве так, укрытия. Короче, он постоянно выцелить. Угу. Двоих сразу. Он дал одному тычку, сейчас пытается из тестов поубить. Но М19 для них приоритетнее, потому что они прям в спину им дышат. Угу. Ломают джип. Приехали просто в центр круга на джипе, и все. Они знают, что где оставшиеся команды, потому что, ну, скорее всего, знают. Вот, и все отлично. Смотрят четко в эту сторону, где компот в будке, который долгое время перестреливался с М19,
соответственно, люди догадываются, что... Ну, проверяют на всякий случай по разным сторонам. Там Оранж, например, побежал вообще на границе круга. О, он сейчас может в спину выбежать вообще. Ух. Кружание уже там медленно идет. Там еще в будке, его закидывают хаешками, залетает она внутрь. И ему вроде как и сменить позицию не получится. Но его прям расстреливают. Он не в кругу еще, кажется. Ну, вот у М19 тяжелее ситуация, потому что сейчас ему придется сдвигаться уже. Сдвигаться в круг. Они прокидывают дымы. Слышишь, что там кто-то еще с горы простреливает. Ну, их прям две команды закрывают. Вот и Оранж, правда, спалился и получил... Ну, короче, его нокнули. Да, ВК. Блин, а может быть отбивался. Уже... Хотя он поднимает уже Оранжа. Прокидывает дымы, М19 пробует сдвинуться в круг. Высматривает место, где, ну, точно был враг. Точно прям. То есть он тоже по краю, что бегут, но их видно... И Компот мог бы их снять. Ай. Но Компот пытается найти М19, он стреляет в дымы. Расстреливает. Но одного. А, это Вандер вообще убивает. Еще можно. А, нет, да, это убивает. Вандер с другой стороны. Да, как Компот просто убил, я перепутал. Константин остается один, он на два фронта пытается поработать. Одного снимает, и они остались 2-1-1. Все, Компота убили, и остается один Константин, у меня шансов никаких нет, и ТСТорм занимает первое место. Я не помню, они вообще... А, ну да, они топ-4 были. Они были, да. Они хорошо играли, у них много киллов на команде. Вполне вероятно, что этого хватит, чтобы... Вот М19 на втором 14. Месте, они на 7-м месте были. И, собственно, ТСТорм, Торнадо Энерджи. Были на 4-м, сейчас заняли 1-е. И учитывая небольшую разницу по местам, вполне вероятно, что они вообще в топ-1, топ-2 попадут по результатам этой карты. Да, у D2 и Маша всего 7 киллов по сравнению с первым местом. Угу. Так, да. Где у нас команда Пуха? Я найду Форму 1, да? Чисто там поржать, да? Окей, давай. А, нет, по нулям последнее место. По нулям? Последнее? Последнее, 20-е. Может быть, кик Сокола был оправдан? Они же лучше играли, когда Сокола не было в команде. Привет, Славка, ну, привет, друзья. Сори, что этот привет придет к тебе очень замедленном варианте, но 6 минут задержка, вынужденная мера, чтобы не было... Потому что, например, если бы не было в этой игре задержки, кто-то слушал бы трансляцию, то вполне вероятно, Мэша в кустах бы все-таки разглядели через 3 минуты, скажем. Потому что очень долгое время вокруг него круги нарезали, и с этого места не сходили. И после сигнала можно было проверить более тщательно кусты. Да. Ну, а нам предстоит посмотреть еще 3 карты. Очень близко команды с топ-1, топ-8, топ-9, наверное, по очкам находятся. И вот такие вот победы тех людей, которые там на 4-м, 7-м месте, они очень сильно решают сейчас, потому что ты на несколько позиций наверх прыгаешь. Вот, поэтому не сдаемся, боремся до конца. Да, Сокол, не сдавайтесь. Нет, они-то не сдадутся. Они точно не сдадутся. Они будут до конца. Они бойцы. Бойцы. Так, расскажи мне о турнире. Что за турнир, Михаил, проходит? Это уже финальная катка сейчас. Про наш турнир, конечно. Где его можно найти? Ссылочки модератора, пожалуйста, в чат. Ой, молодец, Матяш. Этот турнир проходит на Гудеве, правильно? Да! С призовым фондом более 100 тысяч рублей. Давай не более, давай точно скажем. 108 349 рублей накидали пользователи. Отдельное спасибо Арктонцу, который закинул до начала турнира еще 44 тысячи. И, собственно, мы преодолели отметку в 100к. Сергяков тоже, Элдерсман, Ансия, Проктор, Локи, Яндек, знакомые никнеймы Нита и Эрина Тиве. Тиве. Надо прыгнуть в этот 25-ю команду. Заходи, Пантеш, в игру. Все, уже есть, да? Да.
через некоторое время нам скинут промежуточные, короче, по результатам 7 отыгранных карт, кто на каком месте, очки и так далее. Сегодня я выяснил, что, скорее всего, нет Росбрейн Капа, по крайней мере, не увидел его в турнирах. Это значит, что где-то в районе 10 часов вечера мы с вами пойдем спасать планету Земля. Спланять, да. В XCOM, в Лонгворе. Ты не хочешь ввязаться в XCOM? Ты играла во вторую? Я буду обязательно. Пойду Коляну схожу чуть-чуть, посижу в 11. Давай. Снизу Колян. Точнее, снизу я и сверху Колян. Я вижу, да. Назад. Все, тебе хватило, ты быстро, кстати. Да, я очень быстро, там немного не надо. Ясно. Тем более, там Энли уже подкатил. Да, лишний совсем. Так. Я рекомендую тебе. Ты же очень любишь тактические темы, которые на пару лет могут затянуть. На максималочке ставишь, Iron Man, галки проставили, вперед. Ты играла в XCOM? Прошла обучающую миссию. Неплохо. Первую миссию, кстати, да. В оригинальной версии было непросто на максималке пройти. Ее мы часто переигрывали. Серьезно? Конечно. Ну, я, правда, не на максималке, но... Она на максималке была. Что-то прям вообще как-то... Да, нормально там все. Не, ничего. Я так поняла, на максималке там нет сохранений вообще, да? Это просто опция. Это одна из галок, так скажем. Максималка — это уровень сложности, а опция Терминатор, Iron Man — это как раз один сейв. Ну, еще есть галки там другие. Короче, если у тебя много свободного времени, ну, пару лет, можно в Long War поиграть. О, принято. А ты играешь на каком? Я на предпоследнем пока, я его изучаю только. Это Long War, Enemy Within. Ну, он очень хорош, прям очень хорош. Может спасти меня PUBG. А что больше нравится, второй или первый? Ну, XCOM, конечно. XCOM или Long War? Потому что... Да. Long War или XCOM? Да-да-да, что да-да-да. XCOM. Какой XCOM тебе больше нравится? Вот так вот, без... 93-го года, самый первый. Самый первый. Несмотря на то, что там улучшение графики, да, следующий все равно первый лучше. Конечно, первый мы играли в детстве, и он в памяти на всю жизнь точно. А эти XCOM и второй, ну, первый новый, второй, всякие доны сделаны качественно, но учитывая то, что ты уже не так воспринимаешь компьютерные игры, как в начале, конечно, они забудутся быстрее. Так, кто на Твиче? Вы можете прийти на Good Game, кстати, да, я включила фолловер, а на Good Game у нас, по-моему, этой функции нету, да? Какую? То есть, если ты зарегистрировался, что? То ты можешь сразу писать. Да? На ГГ есть пауза для новых, но раз в минуту, кажется, мы сделали. Вот, поэтому если вы не можете писать, и у вас еще целых полчаса ждать, а у вас бомбит от того, как мы комментируем, вы можете перейти на Good Game и вылить все в наш чат. Этот ушат. Как, да? Как? Какой шаг, прям ход конем. Ход конем, да. Вот, поэтому, да, можете... У меня, по-моему, уже результаты прислались, нет? Конечно, да, результаты есть. На первом месте... Ё-моё. Торнадо Energy Storm. Вот о чем речь. Они с четвертого места прыгнули на первое после прошедшей победы. У них на счету 2174 очка. Это на 150 приблизительно очков больше, чем у команды Forza, которая с первого места, несмотря на попытки Мэша, сползла на вторую строчку. И на третьем месте, кстати, первые топ-1, топ-2 — это Invite. Это ворвались, в общем, профики в топ. На третьем месте победители одной из квалификаций — Northern Light Team, Perfectix, Окбро и Мячи. А где твой Колян, скажи мне? Где Колян? Где-то внизу он был. Ясно. Ой, Пух я вижу на 19 месте. И PG на 20-м, хотя они очень хорошо стреляли тогда, и что-то... Да, ну вот могут говорить, что круче PG, все, как минимум круче PG. Угу. Да. А Хил у нас на 13-й позиции. Вот так вот. А где же Колян у нас? Не вижу Коляна. Алай у нас на 7-м месте. Кто переживает за него?
Иракест полз на 17-ю позицию. Не вижу Коляна в этом времени. Вижу Коляна на 15-м месте. Господи, Коля. Ну давай уже. Что, где там подругы? Мы так переживали за тебя, ты показывала такой скилл. Что у вас случилось? Смотрю, начинается переходить потихоньку на гудгейм. Палкой кнутом, короче. Да ленивые вот они. Вот. Ленивые, по-другому никак. Сейчас начнут открывать для себя смайлики, чатик, да, интерфейс, театралочку, классно, мульти-ГГ, да. Разделы, клипы, турниры и дальше. По списку. Мне вот, честно, на гудгейме нравится именно фидбэк. Вот прям очень быстро. И на Твиче ты будешь его ждать, ну, очень долго. Там смайлик один заливается, ну, 2 недели, 3 недели. Серьезно? Серьезно. Один смайлик заливается. То есть, если ты захотел поменять, друг, ты не решишься, потому что ждать просто вечно. А их что, модерируют смайлики? Да, их модерируют. А-а-а. Вот так вот. Я поэтому понял. Очень все... То есть, ну, очень долгий фидбэк. А тут прям... Случилось, ты тут же отписался, тебе кто-нибудь найдет тебя, отпишет, либо поможет. Да даже какие-то просто по настройкам ты можешь спросить у близких модераторов и вообще вот, ну, в чат к любому зайдешь и тебе ответят. А там, конечно, такого нет. Какой призовой фонд, спрашивает? Только деньги? Да, на этот раз только деньги. В прошлый раз, по-моему, были игровые карты, да? Или что-то типа того. Нет, девайсы были, девайсы. А, девайсы были. Вот. А в этот раз, да, только призовой фонд. И я думаю, что это намного лучше, потому что девайсы — это девайсы, а деньги ты уже можешь распределить сам, когда ты потратишь, и это уже более приятно. Вот. Сознанием дела говоришь? Да, 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 да. Что ты последний раз себе купила из вещей таких околоигровых, компьютерных? Не обязательно игру, может быть, какую-то железку тебе запомнилось? Ну, последний раз это, конечно же, мой микрофон, который я еще не затестила, все еще петличку, Rode у меня же висит. Я ее все хочу, но на стримфест я в ней точно приду. На Игромир там был, и была Маша, и было много кто, и я не стала как бы себя обвешивать. Вот, а так, да, буду с петличкой, это очень удобно. Я ее уже и тестила, и в шуме, и в гамме, она очень хорошо, великолепно улавливает звук, очень направленная. 5 из 5. Сколько вам лет, нам спрашивают? И мне 16. 14. Ладно, 17. Чуть постарше, Михаил. Признаюсь, да, чуть-чуть постарше. А я смотрю, у нас небольшая задержка. Да, блин, там один опс. В середине процесса. А ты спирит у нас почему-то. Да, это этот как раз все. Ага. Одного ждем, просто. Это с нами будет обещать спирит, да? В прошлый раз вроде кто-то другой сидел. Да, там. Да, да. Они поменялись, но как-то. Ладно, поехали. Сейчас должен быть старт. Поехали. Иракес почему-то стартанул один. Ну. Видимо, его Тима сдалась уже все. Эх. Иракес довольно часто упоминался, то есть он там стрелял, убивал, молодец. Да. И не сдался. Угу. Да, что важно. Тиммейты. Так вот. Так, ну что у нас? Зоны круг. Неизвестно, пока самолет летит хорошо, прям. Через всю карту, можно сказать. Да. Но подсказывает мне, что он будет снизу. Прям такой, знаешь, ну, прям во вред всем такой. Я, говорит, тут. На острове, да? Тот самый редкий круг на этом острове. Да. На первой карте значительная часть еще. Тут островок вообще маленький. Интересно, в Пикадоле будут падать такие вот, которые любители порашить, зарашить? Мы байты защищенные.
Ну, не все, не все. Блин, я открою мульти-ГГ там, чтобы по это самое помониторить. Ой, ссылочки-то близко нет в чатике. Из модераторов кто-нибудь. Модераторов. А у меня все вот... Все молодцы, да. Все повезло. Молодцы, ну, все хорошо быть девушкой, да, у тебя сразу вокруг, на сайте, где 95% населения мужского пола, сразу образуется какое-то окружение такое, которое готово помочь. Да, да, да. Ну, хорошее воспитание, джентльмены, естественно, все молодцы, вот, а... Зато... Кстати, я не скажу, сейчас на Good Game очень много стало девушек. Надо это ты судишь по тем клипам, которые... Да, да, прям подбешивают, сразу начинается. Господи, опять я не повылазил, да что ж такое? Да, сложно конкурировать с девушками, которые больше одежды с себя снимают, чем ты, да? Да, 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 ты меня понимаешь. Так, ну что, полетели. О, Яндекс пополнил призовой фонд. Они высчитывают специально призовой фонд, чтобы был красивый. Он подержал на 342 рубля. Призовой стал 108808. 108808. Это похоже на какой-то номер телефона красивый, да. Она говорит, хоть ссылочку на Good Game прямую дала. С удовольствием вам дам. Ловите, кто хочет. Смотрите, просит. Он не так хотел подержать. Он хотел на... 1.08.8.01. Вот так вот хотел сделать. Ну, придется еще донатить, Яндекс. Донатить, да. Соберись, считай точнее. Вроде высшее образование у всех есть. Ладно, так, разлетаемся. Ну что? Что расскажешь? Давай. Пикадо, кто улетит? Кто? Я не лечу. Гришка не летит. Колян летит, Колян. Да, Колян летит. Да, Ли. Все вместе. Так, а где у нас Пух? Чтобы они в воздухе не умерли. Ох, вот, ох уж эта команда у нас. Она так, не перестает удивлять. Это прекрасно. Да, они рекордсмены по неожиданным смертям. Так, а Пух у нас едут. Куда же они едут? Ну, они едут в Campo Militar. Куда же еще? Они тут три раза туда ездили. В самый вообще пекло. Конец, да, да в самый край, в общем, да. Да, самый край. У нас юники поблизости лутаются с командой PG. Он причем один там из всех, как он так раз приземлился, непонятно. Остальные все снизу. Снизу? Снизу, да. А он один здесь, он слышит, и PG GTS. Они в импале, если что. Угу. И он там сейчас будет, скорее всего, первая смерть. У нас Вальпоза, кстати, тоже очень близкая. О, идут на сближение. Арена. Да. О. Самса видит. А, это Ахилл тут рядышком, я понял. Да-да-да, он видит Ахилла. Самса пострелял по Ахиллу, 10 пулек из СКС, ни одна не попала. Ахилл там еще побегал. Опа. Так, казах нокнул Экстим. Ахилл начинает мониторить человека в арене. Все никак не может попасть Самса. По Ахиллу, да. Сразу считаешь никнейм пятый раз Юни, подряд. Кстати, и хочешь Самсу какой-нибудь тем временем так, да. Бывает как раз там, где я говорил, он один, и он идет на сближение, его нокают. Ну все, сейчас там добьют и спокойненько. Да, добьют. Непопулярное, да, место такое? Оно жирное для одного человека, там два ангарчика и это здание, но... Тем временем Эсмуэль пытался убить элит плеер, но у него не получилось. Как он здесь сказал? А, тут машинка. Машинка одна, машинка вторая. Тут машинка, да. О, Акира нокает. Тока. Неожиданно. Все остальные члены команды смещались в другую сторону, и была дана инфа, а тут Акира, оказывается, в многоэтажке находится и позакрывал. Остается 4 в 2. Самсу жарят. Самса все никак из СКС. Нет, кстати, разок попал. Разок попал из СКС. Самса, это очень вкусно, да.
Нельзя такие ники делать, потому что сложно комментировать. Особенно, когда хочется есть. Ой, не начинайте, значит, картошка, да. С лучком все, пошли. Грибочки. Ой, вот те маринованные огурчики. Ой, они шикарные, да. Вот оно, счастье. Так. Ну что, Мёма пытается уйти из разборок. Остается самса в городе. Ну, он тоже валит по команде. И правильно делает. Да, двух друзей потеряли. Сложновато. Ракет с одним лутается и выбрал хороший город, где в принципе нету никого. Так, Морф едет и сейчас может наткнуться на команду. Нет, он останавливается. Яички дракона аккуратно двигаются в сторону груза, который упал в центре Лос-Леонеса, а тут кроме них еще пара команд, поэтому надо бдительность проявлять. Но он лутает, залутывает. Что там? Расскажи мне. Ну, Т3, естественно, надели. Т3. И АВМ. Красота. Прицел X3, к сожалению, на АВМ. И причем это центр круга, поэтому не надо никуда уходить. Просто занимай хороший дом и расстреливай. Великолепно. Так, Сеня у нас нокает Морфа. А это где было? А, все, я понял. Там Сеня приехал сначала в компаунд, Морф приехал, забрал машину, уехал, и, видимо, да, была перестрелка просто. И нокнула Морфа, который выбежал в случайности, не осмотревшись. Угу. Ну, там рядом его товарищ, который пытается, естественно, добежать и поднять его. Скорее всего, справится. Внимание, они тут как-то близко, но сейчас разбежались. Направляется Гутас и... Что, где, кто? 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 Ленив? А, Унви. В его же сторону едут. Угу. Или они повернутся? Нет, наверное, все-таки в центр поедут. Гутас стреляет по проезжающему. Угу. Спереди, кстати, не в круге. Это я вам даю информацию для кто просит. Спасибо. Да. Там есть стример, который именно Т-Спирит теперь уже передает. Передает только Т-Спирит, видимо. Канал, который посвящен только им. Мэш тоже сдвигается в круг там вместе с тиммейтами. По энке стреляют, но судя по звуку, это что-то мелкокалиберное вообще было. Одного. Это Гутас. Вот что у Гутаса было? СЛР и... УЗИ, что ли? Ну да, понятно. И Пиджи, кстати, тоже пытается пострелять по тестовым. Отлично. Юзган поддержал канал на 100 рублей и говорит самому сексуальному голосу ГГ. Прости, это не тебе, Миша. Отлично. Великолепно. Ну, это понятно. Спасибо было большое. Бы странно, если бы человек с никнеймом, ну, серьезным мужским, как-то по-другому писал. Очень приятно слушать. Плюс она довольно серьезно наиграла в PUBG. Вот, поэтому катнет кого-то обязательно из пацанов в чатике, если кто-то сомневается в скиле. Понятно. Так, ну что у нас? Спириты снизу пытаются заехать, и все начинают стягиваться потихоньку в круг. Некоторые команды пытаются занять и встретить их в удобной позиции. Сейчас Пуха будет встречать, он едет на мотоцикле мимо Финика! О, боже. Он мансит. Стреляет по Пуху. 416, кстати, и попадает. Ой, в голову попадает. Там две пульки попал, он всего лишь. Снял. Но... И доедет ли он там дальше, тоже его будет встречать. Если он сейчас не заблетчится, его могут убить. Могут. Там на крайне сидят. Угу. Да, Пух решает, что не-не-не, дальше только здоровым.
У него в руках невидимо. И тут аптечка как раз. Вторая, это у него аптечка всего одна. Обкалывается. Колян там-то вы с кем-то перестреливается, но дистанция очень серьезная. Очень большая, да. Хотя там открытая местность, и могут быстренько сократить. Ну, посмотрим. Так, подумала, что рыбаки, но нет, все еще пытаются некоторые мне зоны залутаться и едут все еще в круг. Еще соточка, ладно, и тебе за голос. Ждем совместное СМР. Вот, я думаю, что жена будет против наших совместных с Понти АСМРов. Это я слишком. Я только Женей могу. И то. Нет, я не против, пожалуйста. АСМРте сколько? У вас только... Столько денег, к сожалению, нет. Но мы бы с Женей, честно, очень постарались. Вот. Ну что? Казалось бы, при чем здесь деньги? Ну ладно. Да. Ну как? Нет, подожди, мы должны же... Мы будем такой контент производить. И что? Не обязательно же за деньги? Подождите, как это не обязательно? Нам с Женей нужно... На себя. Вы будете получать удовольствие от процесса. Это самое главное. Тогда будет интересно и вам. Что-то ты путаешь насчет удовольствия. Вот. Ну что у нас? Пух, в общем, проехал. Спрашивает, кто такой Пух. Это кто такой Пух? Это чемпион по другой игре. Москвы. Ладно, не Москвы. В Москве он вроде не выигрывал туриков по Варкрафту. Но регулярно приходил и периодически обыгрывал даже кого-то. Вампир гейм проезжает по проезжающему финику. Да. Из Каркарыча. Каркарыча, да. Класс. И не попадает. О, Энки нокают и добивают. Это с соседней горы, да, видимо, да? Да, тут вообще, причем очень близко, идут на сближение. А, нет, будет, да, это юники. С 416-й юники, да. Опасно. На горе очень все контактно может. Ой, хорошо. Опа. Ой, возьми. Отлично стреляет. Ой, просто. Очень ты видишь? X3 добивает, и такой. Да. И так четенько. Быстрое прицеливание. Очень быстрое прицеливание. И отличный спрей-контроль. Просто прекрасно. И пытается найти последнего. Да. Но тот валит, судя по всему. Тот валит, видит еще. И правильно делает, потому что... Иначе они не попадут. Вот. Так, команда Сокола, кстати, тут кто-то унесла. С каких пор это уже команда не Пуха, а Сокола, да? Что-то у Пуха не получается. Ногу сейчас Бзика. Вижу. Он ехал на машине, вот, и стоит. Ой, новый круг, смотри какой. То есть из Лос Леонаса, скорее всего, он уходит. Он резко смещается в правый нижний угол. Там команды, по сути, сейчас еще и нет. Пух, конечно, рад, потому что он... Был на границе круга, а сейчас оказывается в шоколаде, почти в центре. Подлутывает, занимает. А вот остальным надо стягиваться сейчас будет. Причем... Как, смотри, как плотно они едут севере, понизу, да. Ты посмотри, а, понизу прям еще. Очень. Да, может, там понизу будут перестрелки. Ну, вот это тоже такое коллективное мышление получается. Все думают, что сверху жесткая конкуренция будет. Да. И надо срочно да. это все дело объезжать. И эта мысль приходит в головы трем коллективам. И они... Кстати, сейчас будут встречать, потому что... О, Константин ВК, кстати. Высаживаются, или два мэш там едут. Прям рядышком, смотри. Да, так, вижу. Что у нас наверху? Сокол там где-то бегает, вижу, он его расстреляет. Едет он, едет. Мэд Макс пошел. Айзум пересмотрится. Ох, выстрели одного, но... Это на юге, минус два. Сеня делает минус 2. Сзади еще один. Но хорошо, он, конечно, контролит здесь. А, еще четвертый проявился из команды Team Spirit. Полтлесли нокнули. Боится, что могут обойти. Гришка Пауэр. Гренка пошла на Сеню. Сеня и так был нокнут, поэтому граната его только добивает. Ну, просто с концами добивает. С миником пытается выстрелить Гришка Павара. Да, все правильно Павара. Дым кинул для своих, так. Будет поднимать.
Но он может быть в полной расслабленности, потому что все уже уехали. Вот слева перестрелка, смотри, бронетранспортер, Дексис и Колян твой, тот самый. Да, вот, да, и они... да, да, да. Точно будет контачить. Ой, какая голова, Колик, просто! Прямо так, и вроде человек не стоял, и как-то выпикивает тоже. Но Коля, твой, несмотря на то, что подсдал, скажем прямо, после третьей квалификации, вот, играет все равно очень хорошо, ну, не по результату, а по поведению. Может быть, не в Коле-то дело. Зерина нокует тем временем, да. Да, так. И у них... Причем очень две команды сближаются, они не видят друг друга. Это где? Это чуть левее. Левее, я понял, хорошо. Я возвращаюсь к Коляну. Колян убил гранаты еще двоих. Держу в курсе. В центре. Три килла у них. В центре, хорошо. Да, вижу заруба. Т-Сторм, те самые Т-Сторм, которые у нас в данный момент в топе. Топ-1 команда жива. Топ-1, да, у них. У них, да, вроде. Сейчас ты меня... Да, Торнадо и Энджи Сторм. У меня, кажется, игра зависла. А ты получается, на... У меня игра вылетела. Серьезно? Да, Сент-Репорт. Сент-Визаус. Короче... Да, хорошо, я жду тебя. Не проходит, кажется, ни одного дня, что либо у тебя, либо у меня не вылетала в опс-моде игра. Вообще кайф. Ну и игроков периодически выкидывает уже из игры. Да, только... Финик этим временем и Айзум нокают Вампир Геймы, и Юников убивают. Последних, по-моему, из Юников, да. Тиспириты будут сейчас идти на сближение с Ахиллом. Блин, я за Ахилл очень Ахилл, долго. Да, Ахилл, по-моему, то ли слышит. Да, Ахилл видит. И видит, и слышит. Будут ли они перестреливаться? Ахилл почему-то садится на машину, хотя... Его команда еще находится рядом. Я загружаюсь, вроде все хорошо. Угу. Жду. Никуда не уходи. UPG, мини-ГГ, хочет встретить, порыбачить немного. И там Айзум, есть кого рыбачить, он ждет. Прям на границе. Его замечает и начинает стрелять по нему. Я за Хиллом пока на юге, потому что у них там одна потеря есть. И ты зашел, да? Да, я уже все на месте. Угу. Все, начинает выслеживать APG, Айзом с уверенностью прыгает по карте. IPG хотел порыбачить, но теперь я сам становится рыбкой и убегает, пытается уплыть от всех. Самса за мной умер. Каким-то образом. А, вот Мелман выходит сзади, убивает двоих из команды Ахилла. Вообще коварен. Там еще Колян. Короче, Ахилл бросает Акиру и, ну, там, нокнутых товарищей, потому что и круг идет. А Мелман, кажется, за шум за свой поплатится, да. Как раз Колян Мелмана убивает. И они пешкарусом сдвигаются в круг. У Коли 4 килла и очень модный зеленый комбинезончик и штаны. Ты заценила, кстати, у Коли как? Да. Ты ему выбирала или как такое происходит? Нет, как событие? Сам. Ну, кстати, еще жив Ракес, представляешь? Он играет в соло и все еще жив. Молодец, да. Молодец. Ну, есть одиночки. Вот Анви тоже в центре круга сейчас рядом с командой, с мячем, но он тоже один, без киллов, и как бы лег и ждет. Ну, уже мы видели, как на картах бывало, что... Ахилл там что-то то ли прилетела хаешка. Там Колян на Ахилла зажимает, нокает. Остался его... Да, здесь, скорее всего, не выжить. Товарищ. Ты же видишь, ну... Не-не-не, там смоки другие. Смоки другие в опс-моде. Игроки видят другое, к сожалению, немножко, чем мы. Колян начинает продвигаться дальше, но его там будет встречать на границе. По ракете начинается тоже стрельба. Он занял Следующую позицию. Сейчас на Коляна опять. У него он геройствует, реально. Геройствует, убивает людей. У него 5 киллов уже. И. А может и разменется, слушай. Там команда яичек дракона. Да, пока она начинает работать.
разворачивается и дает такой спрей просто шикарный. Не он, правда, да. убивает, но... Но он хорошо очень, да, он... подлетел. Опа, но пошумел. И по нему другая команда начинает работать. Он ложит... Нет, Радуга, Радуга убивает. Ну, остается Нли с Макеном. Нли зажимает неплохо, но... Прямо на Тесторма падает. Морс бежит рашить. Минус Колян со стимой. Вижу. Это у нас наверху. Да-да-да, переключился. Забежали. Так, и Липкис замечает. Нокает, и остался соляного морф. Бедолага. Какие у него тут вообще шансы? Он будет сидеть до конца. Ему гренку еще сейчас закинут. Хотя 416-е. Думаешь, можно? Нет. Даже 416-я не помогла, да. Ну, ему оттуда не выйти просто никак. The Wolf, внимание туда. Они будут сближение с командой Финик. Видит. The Wolf очень близко. Да, но ему, тут два человека просто. Он... А, слушай, а ты Storm, может быть, и зря сюда идут вписываться. Их двое осталось. Они как бы пока топ-1, а какой смысл? Да. Какой смысл сейчас на 13-м месте сливаться? Да, решили продать. Ну, в смысле, отдать тактически своего тиммейта. Да. Ну, это последняя катка. Нет, еще две, да, по-моему, будет. Да, еще две. Да, еще две. Финик видит одного из Теслов. А, нет, все, его уже нокнули. У Тесторм продолжается проблема. Убийца. Блин, тот самый убийца, который в первой катке затащил. Хорошо дожили они. Дожил он тогда до топ-1. Нет, Оранж валит. Пытается свалить, там по нему стреляет, но он вроде уходит в круг. Константин ВК, команда М19 с юга стреляются. Так. Так. Нет, да, по нему. С юга по Т-спиритам. Угу. Нокает. Ирокез это там, в Соленова. Ну, его Ирокез. Убивает. Угу. Ну, там у него шансов очень, очень мало было, там фулл тима. А Мэш начинает работать по этой фулл тиме. Нокает одного. Ты спириты очень в опасности проходят. Да, не по полю. По полю, и причем их тоже будет встречать Бро и его команда с перфектом. Угу. Которые тоже очень хорошо достаточно стреляют. И... Слушай, а Сокол с Пухом-то живы. И даже живы, это Лексус. Живы, только они очень опасные. Ну, они разделились, они думают, что... Разделились, да. Пузи видит одного из спиритов, который там, пытается там наверху. Т-Сторм снова пересекаются с теми же самыми. Еще сзади накидывают, ё-моё. Спокойно не повоевать вообще. Пытаются прострелить Оранжа. Я за Т-Шторм попробую последить, потому что... Что топ-1. Mm-hmm. Вопрос, как вылетят ли они раньше, чем обычно. Война продолжается. Гринку закидывают. Ты думаешь, пытается там закидывать, да, эту вижу. Угу. Там выезжает на Бластона. Бластон в Соленова, на него прям двигаются люди. Компот, да, выдвигается. Спириты решили отойти, и Линк со своей командой, яички дракона, тоже решили отойти. Яички но выходят на поле к Мэшу. Но там будет М19 ждать. Поэтому неизвестно, что опаснее. Компот видит Айзума и стреляет из миника. Попадает. Ох, ну что же, Бластом остался действительно один, и его прям тут окружили, его уже никуда не выйти. Ну, к нему пока те подходить не будут, винсайды, потому что, ну, они под горой стоят, перестреливаются более-менее в безопасности, но рано или поздно придется мимо Бластона пройти. Мэш, судя по всему, под перекрестным огнем, у них проблемы с разных сторон. Их там из центра, ой, какой круг. Круг поменялся, да. Да. Опа пытается, кстати... Ну,
убить одного из юников. И они наконец-то собрались. Они сейчас вместе. Господи, какая жара. Так. Сейчас раш отмашем. Причем стреляют с разных сторон, совсем с разных сторон. Он пытается вылечиться, но никто не успевает. Да, движка повернокали. Да, бегаем. Минус форзе. Это очень сильный удар по их позиции, так скажем. Да. Вангую через минуту смерти команды Пуха. Они идут на одного, второго, и сзади к ним еще М19 сдвигаются. Им просто некуда деваться. Просто некуда. Сокол выходит, говорит: в будке, чувак! Закидывает гренку прям в дым. Грамотную, кстати, может останется. Будет, кстати, раньше. Боцит, да? Конечно, у них выбора нет. Но сзади к ним выходит фулл состав М19. И это, конечно, ГГ. Да, и начинает стрелять. ГГ тоже убивает Пуха, Пух снимает. Лексус. Видит Сокола, снимает. И последний Лексус остается, да. Он бежит на стрельбу. О, хорошо, Лексус одного убивает. Пытается, ну, на очки пытался вот сейчас вот до конца. Да. Прогноз да, выполнился, короче. Ну, сбылся прогноз. Не да, прожили так долго. Мяч видит Т-спиритов, а Т-спириты видят Кузи, который отделился от команды своей. Угу. Помнишь Бластона, который сидел в кибитке слева, и ему некуда было деваться? Он каким-то образом умудрился убежать из этой кибитки и свалил. Хотя там уже проштурмовали яички дракона там с тиммейтами. Действительно. Как он там оттуда убежал живым, непонятно. Одиночки, кстати, самые опасные. Они не толпой, их труднее заметить. Да. М19 забегает в круг. И там поблизости финик. И, скорее всего, они их сразу заметят. Где поблизости? А вон, смотри, сверху финик. Очень рядом, в принципе. Если выйти наверх горы, можно заметить. Окей. Угу. Винса это СХС сверху простреливает для... И на стрельбу сейчас двигается рекодинг. Внимание, кажется, да? Будет сейчас рашить. Рекодинг, яички дракона, все, побежали. Да, побежали. Видит одного. Хаешка минус два, минус два. Да. Сделал сейчас рекодинг, хорошо вышел по фланг. Остается только один ЖТ, и он... Нокает одного, но сзади его убивают. Хорошо, прорашили. Все-таки прорашили. И поднимает своего, да? Втроем остались. Хороший размен. Новый круг, смотри какой. Сразу передислоцируется мяч его с... Кто там еще? Огбро пытается уехать. Я буду увидеть мячу как раз таки. А на мячу как... Мячу приехал, и на него М19 убегает. Да, он пошумел, да. На край круга пришел, его приняли сразу. Ну, кстати, сразу их тоже Т-Сторм... Их слышит и выстреливает кому-то. Не, ну их здесь просто очень много. Вот М19. Они спокойно нокают Огбро еще. Со спины проходит. Да, но он понимает, что самое безопасное сейчас, это попытаться сейчас... Ну, он перебежал через дорогу и во время стрельбы попробовать обойти этих опасных бойцов. И вот уже не хотят оставшиеся два игрока Deep PUBG и Perfectix... Ну, туда же ехать, где два тиммейта полегло. Да. Элитплеер в то же время сейчас с перфектом перестреливается. Огбро лежит нокнутый, его пытаются добить. Хотя он вообще никому не мешает. Он может бояться, что там его уже поднимают в дыму. Либо инфу, может, передает. Из этого исходит. О, Хайзом нокает Кузи. Искарача. Deep PUBG остается один. Пошли. Его мониторят. Он пытается скинуть дымы. Поднимает своего. Простреливает прям рядом. Может, даже успеет поднять. Но прямо М19 мониторят их. Это спириты выходят на яички дракона. Так, яички лежат. Очень удачно лежали, и он там что-то, кажется, пил, ел, как я не знаю. Да, как будто мертвый, кстати. Можно было. Начинают искать остальных. Не, отступили просто. Да, рекординг и Фузи отступили.
Асмодек остался. Он высматривает, выкидывает хаешечки, думая, что они сидят в будке, но нет. Бластон сейчас будет погибать, да, по всему, смотри. Да, он да. Выкинул канистру. Канистру выкинул, видимо, о, чтобы сложнее в голову опять, как с аптечкой. Mm-hmm. Бластон нокает одного. Но шансов нет здесь. Но... Да, Радуга его убивает. И поднимается его тиммейтом. Шесть команд остается. Есть одиночка Анви, которая лежит очень странно, без головы, без всего в траве. Очень сильно палится. Рекодинг потенциально может остаться один, потому что... Ну, потому что он пока один, и его рашит идут. Рашит идут. Да. Минус. Все, минус. Кажется, М19 решили воспользоваться стрельбой и прорашить Team Spirit. Да, и Константин ВК сейчас идет прямо на сближение. Да, у них 8 киллов на команду, довольно большое количество. Видит человека одного. Блин, а тут не видел его. И тем не менее, далековато. Влетела Грена. Далеко. Да, тем более, еще Гренка. Вот сейчас хорошо. Ой, вот это была неплохая граната. И вот это может залететь тоже классно. Пошел раш. Асмодек выглянул, но его никто не снял. Он очень видел... Константин ВК видел, пытается обойти Лейтсфанга. И да, заходит, унокает одного. Там друзья там битые. Тут 2-2, но... Види второго, нокает второго, а ты последний. Блин, хорош. Спиритов. Очень хорошая стрельба. Константин ВК вытащил сейчас команду. Да. Это топ-4 сейчас. Да. 1, 2, 3, 3 остались. Вот такое распределение. Сейчас у Айзома хорошая позиция, они на горе и, в принципе, могут сейчас расстрелять команду М19. Угу. М19 сейчас на 5-м месте по результатам прошлых каток. И вот сейчас им, конечно, очень важно хорошо отыграть. Они уже настреляли уйму людей и набрали большое количество очков. Анви подползает. Анви, да! Да, косячит. Тем временем убивает из спины. ТЕ Сторм топ-1, соответственно, да. Сейчас. И потеряли бойца. Одного. Но они вообще чудом, ну, конечно, выжили. А, Финик один. А, нет, СХС там еще есть. Пытается вылечиться, но это крайне маловероятно, что он здесь выживет. Хотя нокает одного. Да, но его нокает тут же. СХС еле живой лечится. Анви ползет по дымам. Так, очень эта сторона уже на внимание, они, конечно же, тоже в соло остались. Два бойца в соло, и тут 2-3. И то один дотекает сейчас. И только М19 умудрились у них даже, да? Да, ну, то есть сейчас, кажется, еще успеет поднять. Странно, что не добили Финика, который как бы может видеть, куда гранаты кидает. Да. Новый круг, и один от Сторма остался. Ну тут 4-1-1. Все, 7 человек. У М19 все шансы на топ-1. Добили Финика. Добили Финика, да. СХС в очень плохой позиции, потому что он понимает, что впереди целая тима, и сзади, скорее всего, кто-то есть. Потому что дымы сами по себе не могут так просто появляться. Да. И, кстати, у команды М19 сейчас очень прям взор хороший. Они да. Могут видеть всех. Ну, в траве все равно полежено сложновато, заметить на такой дистанции. Да, 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 да. Им главное сейчас слаженно вместе действовать, аккуратно двигаться, проверять внимательные места, где дымы. Смотрим, тут 416-я, 416-я, калаш и 416-я. Да, хорошо, они залутанные. Заканчивается дым, кажется, у СХС, смотри, немножко палимся. Чуть-чуть неловкий момент. Да, но он смотрит, смотри, так, голова! Получает, так, но, минус. Естественно, Константин ВК. Остальные полежены, так двигаются. Блин, так страшно. Они в своей очереди ждут. Страшно, просто страшно. Пошла Гренка, но мимо. Дым. Еще прокидывают вперед. А это все дымы. То есть может быть ситуация, что в дыму лежит чувак, они на нее рядом с ним бегают. Прям за дым. Ты как везет Оранжу, прям на него кидает дым М19. Константин ВК, видимо, замечает. Да. Анви. Все. И сейчас они долго будут искать последнего. Да. Где же он? Потому что они кинули, да. Зачем ты встаешь? Зачем?
Минус один, минус второй, да ладно! Минус два делает! Что? Нет! Ну, а чудо не произошло, но он все равно два фрага умудрил. Как, блин! Как же классно! Торнадо Энерджи отыграли. То есть они в прошлом топ-1 в этой ситуации... ну, помнишь, там половину команды не потеряли в первой части игры. Да. Там Дружаню одного сложно было. Но потом Кружани как-то рядышком с ними был. Они там особо не, никуда не двигались. Но этот последний дым, конечно, прекрасный. Просто прекрасный. М19. Хорошо бы им кидать дымы туда, где ну, точно нет людей. Да, потому да, что... да. Очень жарко прям было сейчас. Минус 2. Он мог, кстати, с командой вообще. Да, но он не в ту сторону смотрел. Просто ему выпили пулемет в руки и, конечно, вообще. Информация на турнире. Правильно, Костола, спасибо большое за то, что скидываете ссылку и на Twitch, и на Good Game. Смотрю, очень много кто перешел с Twitch на Good Game. Это правильно. Радует. Я как человек неангажированный, как говорится, могу точно сказать, что здесь лучше. Здесь лучше, да? Вот. Вы, конечно, не предвзятые ни в коем случае. Вы никак. Вы в стране, из страны, да, вы рассказываете? Да-да-да, объективный взгляд. Да, объективный взгляд всего. А Вангар играет? Нет. Нет, по-моему. Не играет они. По-моему, мы бы за ними следили бы точно. А скажи мне, а что у нас случилось с этим? С чем? Господи, кто же у нас играл-то хорошо? Еще стример-то такой. Ламыч? Айлайм? Виноград? Нет. Ахилл? Мэш? Кто? Нет, они на тех, в том турнире участвовали, Мэдисон? В финал вышли, а в этих уже нет. Нет, как он же, блин, Ника, приходил еще в тех час, здоровался. Да ёпрасте! Даркнобик, вот. А, ну, что с ним, почему? В смысле, он же 4-е место занял, он не прошел. А, они 4-е место заняли. А, я все думаю, что ж такое с ним случилось, и даю неверную информацию. Неверную информацию даешь? Да, думаю, может, они вышли. Нет, ему чуть-чуть не хватило. Он там тащил как мог, но не хватило. Так, у первой команды, давайте-ка я посчитаю, 15-17 киллов. Ух, жестко как. У второй, конечно же, 5-7. Тоже хорошо. И третий, Анви, который заполз. С одним киллом. Ну, зато на всю команду? Хоть что-то, да. Да, одним киллом именно он, который сделал вот этот вот. Спирита, нет. Кого он? Сторма, да, одного убил? Да, вот так вот. А у нас так, пух. Сейчас пока я тут Колян на 15-м вижу, Ракес на 13-м. А команда Пуха, Сокол, вижу, 10, на 10-м месте и 0 убийств. Главное, стабильность. Да, стабильность. А вот Стрикс перевел 16 рублей, увеличив призовой фонд до 111 038. Я не знаю, зачем ты испортил красивую цифру, и была ли она там вообще красивой. Ну ладно. Не, ну что, надо срочно исправить эту ситуацию. 16 рублей, понимаешь? Что можно купить на 16 рублей? Там, мне кажется, больше займет перевод, да, вот этих денег. Да, стоимость времени его рабочего в пересчете. Да, да. Ну что, можно, наверное, уже заходить, мне кажется. И все уже в игре, только тебя ждут. Да. Конечно. А я же подсчитывала. Конечно. Я слышал, да, я не хотел тебя отвлекать просто. Так, все, я захожу. Все спрашивают, а что же случилось с тем, кто был от Спиритов? Видимо, дисконнектнулся, я не знаю. Но не передает никакую информацию. Не, зашел вон, пожалуйста, 25-й. Да. Ну, только что заскочил. Угу. Ну, может быть, крашнулась пугу. Она великолепная игра, именно в случае, когда ты освещаешь вот такой турнир. Вот, именно в этот момент она всегда, я вот не знаю, я всегда была готова уже к тому, что сейчас вот я переключусь, и она зависнет, и все. И слава богу, я не одна. А то бы я покраснела, начала, по-моему, какую-нибудь чушь рассказывать, вообще не относящуюся к турниру. А так есть это Михаил, который подстрахует немножко.
Спрашиваю, что за турнир? Что же это за турнир? Действительно, вообще. Что за турнир? Ё-моё. Не знаю, говорят, проходит на Good Game. Проходит. Вот. Так, он проходит. Он уже финал, если что. Последние катки остались, две катки. Да, да. Вот, призовой фонд уже вы слышали, да? 111 тысяч, там что-то испортили цифру. 111 тысяч, 138 рублей. 138, очень, надо подправить. Как же подправить, чтобы было красиво? Да вот, там... Надо? Блин, там, наверное, все единички. Там до двоек надо. Да, были все единички, и следующее до двоек. Это нереально. Только на Варкрафте можно так сделать. Помню, собирали. Да, но все равно очень приятное. Принятие участия мог любой. Надо было просто зарегистрироваться на Good Game, собрать команду, подать заявку, потом подтвердить участие, и все, вы участвуете, побеждать и показывать свой скилл, если он есть, если нет, можно доползти было хоть как-то. Да, вы как видели, кто там, Анви, да, по-моему, он же, да, он сидит в первой тиме. Принес команде очко, там прислал Хавок результат. Привет, Макс Лаптев пишет. Здорово такой. А, давай, привет. Озвучивай. Озвучивай. А, результаты прислали. Да, да. Ей. Но... Открываем. Секундочку. Что-то у меня все в пикселях в результаты. Это у тебя нормально? А, все подгрузилось. Итак, на первом месте. Пока что. Команда Tornado да. Energy Storm. Все еще. Угу. Да, естественно. И более того, они отрыв увеличили. В составе The Wolf. Блин. Рекрент. Orange и Убийца. Тот самый. На втором месте команда M19. Elite Player Константин и да, XMPL, которые были в прошлый раз на четвертом. То есть... Tornado Energy сохраняют лидерство пока что. От них отстают где-то на 170 очков топ-2. На третьем месте товарищи, которые из Open Quali прошли, это Northern Light Team, Perfectix, DeepUpG, Ogbro и Мяча. На четвертом Фарзы. Хорошо стреляет прям, да. На четвертом Фарзы и отрыв между первым, скажем, и третьим местом уже в 500 очков. Почти, в 470. То есть, одна полная карта. Если, конечно, топ-1 там сольются очень рано, и топ-2 или топ-3 выигрывают, то двигать можно. Но у нас осталось всего две карты уже, насколько я понимаю. Да. И надо держаться сейчас за свои места, потому что ротация возможна. Кстати, да, 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 да. Хочу передать, кто болеет, переживает. Team Spirit сейчас на 13-м. Месте. У них достаточно большое, да, отставание на 1600 как минимум, а то и больше от топ-1. Это если они сейчас возьмутся и прям начнут выносить всех сразу, тогда есть шансы. Я думаю, сейчас у топ-7, да, есть как бы вот. Ну, да, 8. Да, да. Максимум. Ну, 7-8, короче, да. Если, учитывая разрыв где-то в 700... Нет, в 1000 получается. В 1000 очков. Да. Там уже печально. Топ-7. Скорее, такие более... Топ-6. Топ-6, там где-то 1900 очков. Вот у них есть шансы реальные даже в топ-1 ворваться. Но... Во! Локи нашел ту самую сумму, на которую нужно поддержать было турнир. Это 93 что? Рубля, и призовой фонд увеличился так. До 111-222, 111 222 рубля. Если бы можно было зафиксировать его на этой отметке, я бы, наверное, это сделал, но, увы, к сожалению, нельзя. И с чем будет сегодня, вот, спрашивает в очередной спасибо, раз капитан. Друзья, я так и не нашел быстрый ответ на вопрос, будет ли сегодня Rosbrain Cup. Если нет, то и с чем будет. Если да, то я буду смотреть финал по Варику. Я ну, что-то пропустил. Мне пришел Константин ВК. Да. Да. Константин хорошо себя показал на прошлой игре, на прошлой катке такой. И заходит. Знаешь, как в гости, где его хорошо знают и ждут.
Да, 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 можно сказать, с ноги такой. Альфач, альфач. Взлетает. Ну что ж. Так, хорошо. Там стартовал вроде как игра, но потом убрался этот отчет, или мне показалось, но вроде там что-то мерцало. Да. Да, что-то такое подвисло. Не заводится. У меня тоже самое пока. Не заводится, да. Жигули подвисли. Я вот только чуток пропустил, пишет Стрич. То есть Dark Nubik не вышел, а Сокол вышел. То есть Сокол топчик, правильно? Ну, Сокол не играл в отборочных. Его взяли на финал из-за того, что один из участников не смог принять, ну, играть на этих выходных. Поэтому... Леденец... На 16 рублей пишет, можно спичками затариться. Мне кажется, сейчас спички стоят дороже. Подлец неизвестный перевел 4 рубля и споганил красивую цифру. Что ж такое? Давай забаним его. Но он, нет, он скрывается под неизвестным, ставит галку. Но у нас есть... Нет, мы можем... Локи, посмотри, пожалуйста, кто это. Да, кто этот подлец, который любит... Давай, на хотя бы на недельку, да. Да, что, ну это... Что? Я понимаю, что ради эмоций как бы можно порафлить, но... Лобби загрузилось. Мы в лобби. У меня пока ничего. Ну, лобби, да, это список там. Да, да, там, да, где? Да, да. Надо, наверное, отвечать, да, именно в чат. Все. О, загрузка пошла. Загрузка пошла? Нет. Да, у меня, да. Нет. У тебя нет? А, нет, меня выбросило. Я пишу нет. Беда. Так. А там слетело изначально, поэтому... Пересоздаем, он пишет. Отлично. Окей. Ну, это PUBG. Да, вот как-то не доделано, да, у них вот этот момент. Ну, чуть-чуть, да, есть немножко. Чуть-чуть есть. Пойду покупаю кейс. Кейсы покупаешь? Да, деньги есть. Кейсы берем. Даже при покупке кейсов постоянные вот эти вот загрузки в несколько секунд. Ваша посылка задерживается. Да, да, да. Вот. Все, создали, если что, Михаил. Хорошо, я все равно на кейсах. Я в команде с пухом вдруг. Я пойду с Ахиллом посижу немножко. Вот. Посидела с Ахиллом. Пойду для два матча прыгну. Хорош, хорош. Гутус пойду тоже забью. У всех так уютно. Ой, ты спиритом заглянул. Вот они, я сижу с ними. Все, надо освобождать, конечно же, место. Все, все. Ой, у меня нашла Элис. Элис, рада была тебя видеть сегодня на Игромире. Да, мы с вами сфотографировались. И приятно, приятно. Фоточка уже в Инстаграме. Подпишись, пожалуйста, там, а я потом напишу. Или Костол, модератор, да, хорошо иметь модератора. А кто такая Элис? Запомни, Элис, я не знаю, вот меня нашли на Игромире. А, зажали, просто нашли? Да, да, а да, как да. Называется игра, скажи мне, кастомная? А, все, увидел. Почему-то не сразу. Все, кто да, такая Элис? Да, нашли, зажали, дальше что? Да, да, сфотографировали. Так, и прям, что, и отпустили прям просто так? Прямо они такие, о, понься, да. Причем именно все ассоциируют меня именно с Good Game'ом, и прям приятно, приятно, прям. Угу. А мне это как приятно, ты не представляешь. Приятно, да. Смотри, чтобы Женя там сзади не стояла. В смысле, а здесь что? А то сейчас станет тебе приятно. Меня уже перекинули, тебя еще, кстати, нет. Меня, да. Я жду. А видимо, еще будет это спиритов. Как, говорит, звучит твой ник? Понься. Понься. Вот видите, как сложно читать ник, когда они, ну... А понтя или понтья? Понтя. Понтя? Понтя. Понтя? Понтя. Да.
А вы представляете, вот, ну, действительно, вот, вот Эспиритов мне, Шус Эспирит, это не Вик, или как там, как его прочитали первый раз, это говорит Шус. Шус. Ну, это надо понимать, это да, это вот это тяжело, Вик. Потому что... Это Вик. Да, да, да. Все правильно, W, да. Y, закрытый слог, да. Все, четко, Вик. Вик, да, Вик. А они говорят, нет, это говорит Шус. Нет, что, говорит? Это Вик. Кто там говорит? Какой Шус? Да, да, тогда, да. Тогда не Шус, а это самое... Цригит тогда должно считаться. Тогда и Team Spirit надо писать как-то по-русски, что ли. Ну, или как-то пытаться. Да. Ну, а что это такое? Половина а по-английски? А то одна радуга, да. Один осмотр. Да, у них... Нет, надо всех туда переименовать. Всех переименовать. Вот яички дракона. Сразу понятно. Да, их вот не перепутаешь никак. Если раз увидел, то... Особенно, когда говорит Михаил минус яички, я очень сразу... Внизу так тоже сжимается, это, наверное, очень больно. Минус яички. Ты можешь только догадываться. Только догадываться. Да. Я думаю, что нет. У нас тоже есть зоны, которые приближены к вашим по болевым ощущениям. Вот D2 Mesh тоже понятно. А есть ники, которые действительно, пока не вчитаешься... Какой же ты мне говорил на той катке был? На тех катках. Какой-то с тройками. А, и да. И с одним... Что-то да, там, да, господи. Да. Не, я не вспомню. Слушай, я найду, у меня с телефона найду. Вебку вернее, да я выключала на Google, если до вас пока дошло, там уже 10 раз включила, что я отвечаю. Так, сейчас найду, какой же этот ник. Господи, а как его читать-то теперь? Z1L1337. Я сейчас даже не вспомню, как его читать. Нет. Нет, даже сейчас. Уже все. Вот не произносила пару раз, и все. Вот пеки полетели, это вот к чему интересно? Какой шутки, как ты думаешь? Так, давай соотнесем. У меня. Так. Сетку спрашивают. То есть это уже после карты. А, это кто испортил призовый фонд? Сейчас бы банить за то, что деньги закинули. Слушай, ну иногда это. 4 рубля! Это не деньги, это больше за перевод возьмут. Что иногда? Перебила вас, Михаил. А, ничего, не обращай внимания. Продолжай. Да, всего 4 рубля. Как можно переводить такие суммы и портить всего 4 рублями? Я понимаю, чтобы он закинул 4000, он испортил бы сумму, но она стала бы более приятной. А тут он испортил красивые цифры и ничего не добавил. Итоги матча. Да, спасибо большое, модератор. Скидывайте и туда, и туда. И также на мультик ГГ ссылочки не забывайте спамить. И у нас работает фоло 30 минут, поэтому... А на Good Game его нет. Поэтому можете переходить и писать на Good Game. Тут модераторы, если что, на пульсе держат руки и вас покарают в случае чего. Сетка просит, сетку. Спасибо, да. Так, Сосёк говорит, следующая квали РБК через неделю 14. Ну тогда после PUBG сегодня немножко по землю поспасаем, это уж точно мне не терпится. Ну да, тем более все-таки прямо такие эмоции отыксковывают, а это просто жесть. Как бомбить. Как он вблизи начинает мазать. Я раньше, говорю, не смотрела. И смотрела только вот так, знаешь, издалека, как ты бомбил, там, взрывался. А тут начал смотреть и за самой игрой. И действительно, такие моменты есть. Кажется, что это просто нереально. Как можно вблизи не попасть 100%. Как? Там, чуть не... В последний раз, вот миссия была, дредноут проходила. И в меня попал кибердиск на старте в 1%. Он не стрелял, овервотчил, стоял, ждал. Не стрелял.
потом бах, 1%, все, и попадает. Под сапрессом, за кавером, все. И это 3 раза 1% у меня срабатывает. И такая. И в такой момент еще. И вообще. Все, как-то началось, но что-то чувствую, опять пойдет не так. Потому что такое ощущение, что опять начался отчет и что-то сбросилось. Ну, пока идет, начался подбор матча. Интересно, а вот эти сироки и PUBG в такой момент. А мы переходили, это... вот Европа была на одной из квалификаций, что не создавалось, мы на Ру сервер просто переходили. На Ру. Возможно, из-за того, что сегодня воскресенье, сегодня вечер, и нагрузка достаточно высокая, в принципе, на игру. Это prime time сейчас. У меня сейчас пропала надпись, что... Да. Не заводится. Но все-таки еще на Европе продумали. Правильно говорит Элизабет Кос. Спасибо большое, Костол. Напиши мне это в приват, чтобы я не потеряла, и подписала, конечно же, ее. Вот. Приятно, когда тебя узнают и жмакают. Очень приятно, да. Ну, я и сама не прочь кого-нибудь пожмакать. Я человек очень тактильный и такой. Я... Мне прикоснуться до человека, это вот мое, вот это я. В этом, я не несу в этом что-то такое необычное, но вот я люблю такую активность. Что мы будем делать? Менять? Да это судье решать. Всем напряжение. Удаляю лобби, пишет Хавок. Что-то с серваком. Беда. Сори, угу. Друзья, но тут как бы от нас-то мало что зависит. Увы. Так, я попробую еще. А Женя когда ехала? Отлично доехала. Она с каким составом ехала? С большим? Там много кто с ней цепанулся или нет? Да я не в курсе. Ты куда именно ты имеешь в виду? В... А, еще не представили игру. Назад куда? К тебе. Да. К тебе. Каким она? Ей было весело? Большая там компания или нет? В смысле? Да, так там ничего веселого. Сел на поезд, уснул, проснулся, приехал. Это же как Москва-Питер. Она в ночь, да, училась? Да, естественно. То есть это стандартная штука. А тебе так не страшно Евгению одну отпускать? Не, она мега самостоятельная уже. Что? Мега. Но она мега... Но ты понимаешь, на нее уже там положили глаза. Она слишком заботливая, и этим, понимаешь, она привлекает. Вот давай об этом поговорим. А кто? У тебя есть конкретные имена, фамилии? Имена, да? Вот ты в следующий раз отпустишь, и она скажет, я супчик приготовила. Я такая, хоп, завернула в точек и унесла к себе домой. И все. А, ты все по поводу кофе и супа, да? Завидовать продолжаешь? Да, она такая, она везде тортик, что-то там, давайте чаечек, что-то там. Ты по еде, да, повернута немножечко так? Вообще прям. Ну, конечно, я как мужчина, знаешь, через... Мое сердце через желудок. Она прям мне идеально прям подходит. Да. Вопрос не в тему, по поводу модных тенденций. Очень интересный вопрос, да, на турнире. Действительно. Так, ну что ж. Не создается, да? Нет, не создается. А Хавок что-нибудь при этом тебе пишет? Нет. Но он на связи в любом случае. Тут, скорее всего, готовится что-то. Рутони, да, в чате. Рада видеть тебя, Рутони.
Жалко, что не увидела на Игромире. Но зато там Саймон веселый, он такой задорный парень. Я сегодня показывала кучу классных фотографий, которые сделал. А, да, да. И вообще, да, он молодец, конечно, да, отработал, говорит, сегодня. Говорит, не успел поставить, говорит, свет выставить, говорит, только встал, и на него, говорит, прям женщина накинулась, говорит, фотографировала нас, на расхват. Да, так что там будет очень много интересного. Это где будет? На главной Good Game, да? Или где его решили сделать? Скорее всего, новость будет. Там уже парочка галерей залита. Галерея с Игромира на главной странице. Good Game. Так что мы все сможем посмотреть. Я уже многие увидела. Очень красивые там женщины. Еще, понимаете, Саймон, как взгляд мужчины, он выбирает хороший ракурс. Там у него свет, камера, там все видно. В общем... Красота. Ей будет на что посмотреть. Обязательно заглядывайте. ЧСВ, говорит, деньги закидывать плохо. Но 4 рубля, подождите, это мы сейчас о 4 рублях говорим. Там, говорит, за 4 рубля в общаге могли убить. Там прям все закидываем по 4 рубля. Я не знаю, да, в какой там было общаге. Может быть, так, где-то в веке 18-м какой-нибудь там действительно какие-то были золотые рубли, и вполне, вполне. Я смотрю, очень много кто с Твича перешел на Good Game прям. Е-е-е. Да, турнир сделал. Ну что, никто не хочет поддержать, выровнять какую-нибудь сумму? А, я думал, что ты там предлагаешь. 3-3-3 сделаем. Вот это вот реально сейчас. Так надо высчитать. Я предлагаю хорошему математику высчитать, сбросить чат, и я уверена, найдется тот, кто захочет поддержать. Поддержит еще одновременно приблизительно вдвоем еще. И все опять коту под хвост. Да-да-да, и потом опять. Фразяшка сегодня вот жаловалась, говорит, надо было этот пропуск, что-то она не подумала через Женю. Говорит, говорит, на свои средства поехала. Я говорю, так надо было Жене писать, она блин, всем сама даже предлагала. Вот так вот. Все, говорит, будет менять. Хорошо, меняйте, меняйте ники. На что? Шуст уже. А, придумали, все, да? менять, хорошо, да. Да, менять, да, да. Ну, все, решили проблему. А то действительно сидишь тут, читаешь, непонятно как читать. Вот. Вам проще поменять никнейм, чем нам перестроить. Чем, да, да, да. Вас много, мы одни. И научим это труднее, да? Проще, конечно, всем поменять сразу, да. На приблизительно одинаковые еще можно с номерами, чтобы... Да, создалась, кстати. Создалась. Да, я думаю, надо быстренько заскочить ее. Ну что, друзья, с горем пополам, сервер тоже европейский, но, может быть, стартанет. Участники, залетайте скорее, хотя вы все равно это услышите с задержкой в 6 минут. Быстрее, уже стартуем, быстрее, залетайте. Может быть, кому-то поможет. Как ты с этим паролем, блин? Ой, красиво, конечно. Ты про пароль к игре? Пока не начали. Да, помнишь, когда ты засветил? Да, классно. И вовремя прям стартанули, и как раз он... Чётенько по таймингу, и чат такой взорвался. Да. Не успели. Да-да-да. И очень жалко, что у тебя же чат выводится, да? По-моему, не, я его сегодня решил не выводить, потому что там... Ну, потому что там все слишком медленно. Быстро, да. В общем, да, нет, это большая задержка, не актуальна. Хотя... Нет, хотя может быть синхронно. У чата это все то же самое. Но все равно, да, я тоже на турнирах. Я вообще в последнее время не вожу чат, хотя интересно. И на турнирах очень твичевские любят заходить, и они прям толпой заваливаются, и там начинается фут прям. Да.
Ты как человек, который стримишь на две платформы и следишь и там, просто... Есть разница в высказываниях аудитории на разных площадках? Как на Ютубе, как на Твиче, как на ГГ? Ютуб — самое опасное место. Серьезно? Это вообще просто... Просто самое опасное. И, кстати, которые вот нормальные люди, они вот у меня как минимум трое человек пришло с Ютуба на Good Game. Вот так, серьезно, они сейчас сидят, да. А, потому что, во-первых, там, ну, там... Там много рандомных, я понимаю, да. Там, да, очень много, как бы, и из Турции, в общем, откуда... Ну, в общем, много рандомных, а как-то вот нормально они начинают перетягиваться. То есть им там тоже некомфортно. А на Твиче она тоже, она молодежная достаточно площадка, и... Там вот эти вот гуси. Да, да, очень да. Очень любят. Вот это вот. Очень любят. У тебя часто всегда на стримах те гусей запускают работяги? Да, я сейчас сделала фильтр, потому что, ну, невозможно. Очень часто ясно. Приходит. И причем один, он может спамить прям. Ему это не надоест, он будет спамить. Ну, это цель жизни. Да. Гусь. А на Good Game нет. Good Game взрослые. Взрослые. Серьезно взрослые. Да, тут взрослые люди и общение. Да, как Мантич говорил, с двумя вышками, все серьезные люди. Да. Все так и есть. Мы тоже с тобой не молодые, Мантич. Ну ладно, я не молод. 17-16. Да, и действительно, очень много взрослых стримеров именно на Woodgame. Да. После комментов еще что-то планируется? Да, у тебя, кстати, да. Как? Да, наверное, да, PUBG, может, поиграем. Вот ты вчера тоже пошла в PUBG играть. Я захожу, там Локи сидит, там Ньютон, и вы там вчетвером. Да, да. И Пони такая серьезным видом, с круглыми глазами, такая опять с потерянным абсолютно, лутает, просто бегает, лутает. Там. Нормально. Ты бросай это дело, бросай. Там пытается стартануть игра. Бросай это дело, переходи на какой-нибудь X-чем. Там прям... X-чем, да. Ну просто после PUBG, после турнира как-то перескакивать на другую игру. Согласен. Это тяжеловато, вот. Когда ты... А еще, знаешь, после комментирования появляется некий скилл, да, как надо действовать. Конечно, он скилл недолго, прет. Эффект он проходящий, к сожалению. Но он есть. Стартует игра. Yes. Отлично. Да. И действительно, ты знаешь, куда бежать, как начинаешь давать советы. Прям хочется еще рассказать, кто куда бежит, прям добавить комментарии, прям очень... По скиллу. Е, загрузились. Да. Надо кого запиндить? Кто у нас топ-1 сейчас? Торнадо Энерджи. Да. Выбирай там убийцу Оранжа любого из... Сокол, да. В чате еще пишет All Works. Соколик, ты услышишь мое сообщение, ну, прямо сейчас, когда ты его услышал, это оно есть, как бы, но оно было 6 минут назад. Мы... Да. Получаем удовольствие от просмотра вашей игры. Это самое главное. Покажи им, что может немецкая машина. Да, вы другие. Вы просто другие. Абсолютно другие. Ух, он вообще делает контент из воздуха. Два мэша надо обязательно. Казалось бы, турнир, да? Вот что можно сделать такого, чтобы отличиться? А Пух такой хоп, говорит, я буду плавать. И все такие, господи, что он делает, зачем он плавает? И все внимание к нему. Потом хоп такой, говорит, гора, что делать? Можно же куда-нибудь отплыть, чтобы... Можно спрыгнуть, да-да-да. Сначала уплыть. Он такой, да, ешь, чтобы не забраться. И все такой, все внимание на него. Но это вот, видите, он умеет. Да, прелестно. Это талант. Так, нужно М19, да? Тоже за... Забиндить. Бинть. Не щади их. Да, 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 да. Все, вроде все есть. Вроде, пиши, что происходит. Хавк спрашивает. Ну, плюс ему поставлю. Найтхок перевел 99 рублей, увеличив призовой фонд турнира до 111 323. Отлично. Рублей. Отлично. Да. 3-2-3.
Ну что, полетели уже. Самолет через всю карту. Да, очень нейтральный, хороший самолетик. Очень нейтральный. Прям на Пикадо пролетает, я думаю, что найдется. Смотри, причем в самом начале выпрыгивает только одна команда, это Гутас, Пиджи. Да там больше, кроме Вальдемара, до признана, нечего лутать на старте, поэтому делать нечего. Надо так. Еще 10 рублей, чтобы было 1-1-1-3-3-3. Вот, это уже сумма другая, да. О, 10 рублей на ТХОК. Блин, 1 рубля не хватило, потому что там 10% уже идет на комиссию. Рубль. Так, ну... Ой, надо прям как лос-лос. Еще один на 10 рублей перевел, господи. Вы все испортили. Все запороли. Крабы. Вот главное, ладно, Найтхак, он закинул, но ошибся. Но Каспер, мало того, что он закинул ту же самую неправильную сумму, так еще и настолько поздно, что... Можно просто на чатик мод напустить, чтобы... А, во, хорошая идея, кстати. Для кастомного чата, для Рутони, чтобы в чатик мод намутить, чтобы вместо ника твой айдишник показывался, как у зэков на зоне. Вот, помнишь, айдишниками же любят мериться люди. Да, да, да. Вот пишет на Гудгейме, я тоже встречаю. Вот рада видеть, видите, как у меня. Да, многие переходят. Есть такое. У нас Пикадо, смотри, две команды. А им просто хочется, видимо, экшен. Потому что вроде как это товарищ, который же не претендует на топ, но хотят постоянно. И ракет, кстати, тоже в опасности находится среди М19, между прочим. Да, Пикадо начинает пикаться. Угу. Уже там получил один. Перевязывается. А где у нас... Ага. Где у нас пух, как ты думаешь, да? Пух, да. Да-да-да, ну, все нормально. Да-да-да-да. Круг, кстати, нормальный. Там мест достаточно много хороших. Ну что ж, ракет, смотрим, он, да, среди... Я не знаю, как он... Скорее всего. Ну, он падал, он знает, что здесь три команды в Лос-Леонесе, но это его не останавливает. Он... Готов. Биться, видимо, с дюжиной врагов. Так. А где у нас два мэш? Вижу его. Приезжает почему куда-то отдельно одним из своей. Очень опасно сейчас разделяться. И кружание-то такое, знаешь, ну... Дошел сигнал по поводу возраста Гудгейма. Там мне 15, мне 8, там понеслась. И непонятно... Турция, Наташа! Ай, да, 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 да. Сколько там самым 15, да, маленькому? 8 самым маленькому. Маленькому, господи. Так, Пикадо, все, выходит. Нет, не выходит. Практически выходит. Но не очень близко. Увидим сейчас там по морфу там стреляли. Они втроем держатся рядышком. В Empire Game мониторят. Уже нет. Бульдог пострелял. Простреливает окно. Оп. Ух ты, как близко пульки-то по нему. У команды Окбро один человек нокнулся. Точнее, дисконнекнулся. Бывает. Хорошо, да, стреляет. И... Понтяж это вечно 16. Встал. Там. Как бы ей бы нет. А не как бы... Нет, Окбро забежал. Все нормально. Угу. Потому что они-то президенты. Так, где у нас стрельба? Т-Сторм получает. Он проезжает на машине. Им вообще нельзя сейчас ни в коем случае. Они уже все, практически уже разделили деньги, поэтому им ни в коем случае нельзя сдавать позицию свою. Так, дроп падает у нас чуть правее. Да, там никого нет. Ух ты, господи. Я просто...
продолжаю за Пикадо бульдогом наблюдать, он там пытается в окна высмотреть, получает очередь, убегает, и это повторяется уже 3-4 раз. Причем по нему практически не попадает. А у нас тут одного из Т-стормов убивает. Его зажали? Да, вижу. Нет, у него там Зевульф рядышком. Эракес приезжает, проезжает мимо рекодинга, выходит, пытается зажать. Ой, хорошая идея была, но, к сожалению, там горочка и исполнение... Кстати, Эракес как-то все-таки ушел, получается, из... От Тима М19, он же был прям самый... Ну, он живучий, конечно, умудряется. Да. Рекодинг пробует найтись, ну, разведать место для команды, видимо, и его уже со второй точки радостно прогоняет. Он все не оставляет попыток. Ахилл слева, левый верхний угол. О, достаточно далеко. Сейчас может остаться. Да, он на машине, его выцеливает из кара. Опа-на, Бластон получает. Да, Бластон минус, по тиммейтам тизерим.